Сегодня был день уборки, поэтому хозяин вытащил меня из-под дивана, сдул пыль и отправил убираться. Я ударился о стену, потом о дверь, потом о диван. О, наконец-то расчехлился. Начал убирать спальню. Заехал под кровать. Матерь Божья, откуда столько пыли? Поехал под стол, подавился листком бумаги. Вот дерьмо, пришлось звать хозяина. Он вытащил бумагу. Спасибо. Поехал на кухню. По дороге поздоровался со стиралкой, поболтал с плитой, посмотрел на штору. Опять эта длинная тряпка будет мне мешать работать. Начал уборку. Штора, как всегда, выделывалась. Заживал штору. Началось сражение. Она была сильна, но я не сдавался. Я завалил карниз. Ха-ха, так тебе и нужно, штора драная. Сейчас я тебя размотаю. На шум прибежал хозяин. Взял меня в руки. Отпусти, я ей втащу. Поставил меня на паузу. Починил карниз. Поднял штору на подоконник. Запустил меня снова. Ну ничего, в следующий раз поговорим, тряпка ты длинная. Поехал убирать коридор. Потолкался с обувью. Поздоровался с прадедом. Тем временем хозяин решил выбросить мусор. Взял мусор, оделся, обулся. Забыл ключи на столе. Пошел за ключами. Прямо в кроссовках. Кожаный, куда по помытому? Я смотрю, тебе вообще плевать на мой труд. Ну хорошо. О, носок, привет. А пойдем я тебя отвезу под кровать. Пускай кожаный тебе недельки две поищет и подумает над своим поведением. Снова вернулся в коридор. Заметил, что хозяин не закрыл дверь. Вот бестолковый. Иногда мне кажется, что я единственное умное существо в этой квартире. А если грабители придут и украдут самое ценное, то есть меня, поеду спрячусь. Стоп, а я ведь никогда не был за дверью. Интересно, что там? Может, там свобода и вечный рай? Это мой шанс. Я решил, что пора что-то менять в этой жизни. Выходить из зоны комфорта. Решено, я уезжаю. В последний раз приехал на базу, зарядился на полную, попрощался со стиралкой. Она пикнула мне в ответ. Попрощался с плитой. Она моргнула мне в ответ. Попрощался с телевизором. Он даже включил мне пафосный трек на уход. Ну прощай, прадед. Прощайте, кроссовки. Даже ты, бестолковая штора. Прощай. Я собрался с силами. Кое-как перелез через порог. Вот он, запах свободы. Я поехал навстречу мечтам. Опа! А я что, дверь забыл закрыть? А ты куда? Отойди, хозяин. Я ухожу в самостоятельное плавание. А ну, пошли домой. Ты... Отпусти меня, кожаный, я буду жаловаться. Вот блин, а я был так близок к свободе. Но ничего, попросил телевизор включить мне побег из Шоушенка. В следующий раз у меня обязательно получится. Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня было очередное воскресенье. Я, как обычно, заступил на смену и поехал собирать пыль. Не знаю, чем тут кожаный всю неделю занимается, но грязи по колено. Кстати, кожаный, привет. А ну убери табуретку, я не могу заехать под стол. Благодарю. Иногда мне кажется, что он меня реально понимает. Поехал на кухню. Там всегда полно крошек. Стоп, назад. Мать моя, китайская фабрика. А это что еще за крошка? Кожаный что, кожаную в дом привел? Это что за новости? Слышь, хозяин, мы так не договаривались. Я тут за тобой убирать не успеваю, а ты еще одно существо притащил. Куда пошел? Мы не договорили. Девушка явно пыталась готовить завтрак, но у нее сразу же возникли проблемы с плитой. Она банально не понимала, как ее включить. Да, слышь, начальник, у твоей подружки, походу, оперативки меньше, чем у меня. Может, сразу сделаешь возврат? Но девица каким-то чудом запустила плиту. Надо же, и полгода не прошло. Кожаный вышел из туалета. Я сразу же поехал за ним. Нужно провести беседу. Но он не обращал внимания. Я пнул его в ногу. Он убрал ноги на кровать. А ну слезай, припер тут подругу в доме сидит. А если я пылесосиху приведу? Он не реагировал. Я решил поездить вокруг кровати и почитать лекции. Может, он меня и не понимает, но хоть душу отведу. Но тут что-то попало мне в лопасти. А, так это волос его подруги. Через метр снова волос. Ого, что происходит? Хозяин, оно лысеет, выгоняя ее из квартиры. Пока доехал до кухни, запутался в волосах окончательно. Остановился. Подал сигнал СОС. Ко мне подошла эта болезненная. О боги, хозяин, сделай что-то, она меня сейчас трогать будет. Подруга меня взяла на руки, освободила лопасти от волос. Сказала хозяину, что я прикольный. Тю, прикольный это фильм Джокер, а я офигенный. Немножко загордившись, я на радостях въехал в стену. Пришел в себя. Решил понтануться перед девушкой. Думал показательно вломить шторе. Но ладно, я слабых не бью. Пошел, сразился с кроссовком, заживал ему шнурок, притащил поверженного на кухню. Девушка нас разняла. Ну, надеюсь, она видела мой коронный удушающий. Тут они с хозяином куда-то стали собираться. И это хорошо. Пока их не будет, я таки наваляю этой противной шторе. Я сделал вид, что ничего не замечаю и убираюсь под кроватью. О, носок, привет. Ты тут уже 2 недели лежишь. Пойдем вывезу отсюда. Кожаные вышли. Хозяин, как всегда, протупил и забыл закрыть дверь. Ух ты. А вот этого шанса я не упущу. Потому что розы любят воду, а пылесосы свободу. Ща рвану на волю. Пылесос, конечно, не лев, но в цирке не выступает. И квартиру убирать больше не будет. Я рванул в открытую дверь. Но тут мои колеса намотали волос этой кожаной. Я заглох. Да блин, да не может быть. Ну не может мне так не вести. Говорил же я, что женщина в квартире это к несчастью. Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня я проснулся и по привычке поехал работать. Все шло нормально, до тех пор, пока я не понял, что я не в своей квартире. Стоп, что происходит? Где я? Это же не мои комнаты. Прадеда нет, моего друга телека нет. Куда я попал? Может, я умер и попал в пылесосный рай? Ого, какая здоровая и стрёмная штора. Скорее, это пылесосный ад, но в комнату зашел кожаный. О, вроде мой. Фух. Он открыл окна и даже затянул шторе на шее хомут. Ха-ха, отхватила нечистая. Слышь, двуногий, а мы что, переехали? Мне что, снова планировку изучать? Ого, кухня! Ты видел квадратуру вообще? Я тебе что, промышленный пылесос Керхер? Футбол.
футбольные поля убирать. Мы так не договаривались. Я сказал: рано или поздно я от тебя свалю. Он сел пить чай, включил телевизор. Там по всем каналам говорили о китайской болячке и повсеместном карантине. Ой, у меня вся жизнь карантин, и ничего. Стоп, это что, Кожаный будет месяц дома сидеть? Он же гадить будет в два раза больше. Да блин, за что мне эти муки? По телевизору настойчиво просили сидеть дома. А не могли бы вы попросить еще и не сорить, как свинья? Мой рукожопый хозяин ронял на пол все: и соль, и крошки, и сахар. Еще немного, я смогу пирог сварганить. Не, извините, но я вынужден покинуть этот свинарник. Сидите сами на карантине с таким хозяином. Я подъехал к зеркалу. Боженьки, как я молод и хорош собой. А на что я трачу эту молодость? Мусор убираю. Не, меня тут не ценят. Лучшие годы потратил. Все, я ухожу. Вот только знать бы куда. Где тут входная дверь? А, вот и она. Прощайте. А, не, не прощайте, дверь закрыта. Нужны обходные пути. Так, это что? Вторая комната? Мне подходит. О, балкон. Вот через него и смоюсь. Ай, слишком высокий порог. Нужно что-то придумать. Думай, пылесос, у тебя мозгов больше, чем у некоторых людей. Придумал. Я заметил на полу стопку книг. А мне всегда говорили, что знание — это сила. Ну, как преодолевать пороги, в них не написано, а вот как ездить по книгам, я и сам знаю. Пододвинул одну книгу, вторую, третью, построил себе ступеньки. Ха-ха, ну вот и все. Когда-то обо мне будут слагать легенды, как о самом умном из пылесосов. Выехал на балкон. Ох, как говорится, свежак, блин, а то я окислился в этой квартире. Ой, а что тут так высоко? Это если перевести в пылесосометры, этаж 150-й. А как я слезу? А я об этом не подумал. Да как так? План же был безупречен. Да, придется лезть обратно. Ой, а как я это сделаю? На балконе книжек нет. Ой, как неловко получилось. Хозяин, а забери меня, пожалуйста, отсюда. Ай, а это еще что такое? Это что, голуби? Хозяин, наших бьют. Забери меня. Через полчаса позора хозяин меня наконец-то нашел и отмыл. Правду по новостям говорят. Не выделывайтесь и посидите дома, а то попадете в неприятную ситуацию. Так что я нарядил маску и тихонечко самоизолировался в уголочке. Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня я спокойно отдыхал за шкафом. Хозяина не было. Он куда-то ушел, но, к моему сожалению, он, походу, поумнел и больше не забывает закрыть дверь. Так что шансы свалить ничтожно малы. Внезапно я почувствовал приток свежего воздуха. А это значит, что входная дверь открылась. Ой, Кожаный вернулся. Нужно срочно изобразить вид бурной деятельности. Я погнал убираться. О, добрый вечер. Еще и подруга пришла. Опять волосами давиться буду. Нормальные работодатели за такую вредность доплачивают. Пока двуногие пошли на кухню, я заприметил себе цель. Сумка этой подруги. Прости, дорогуша, ничего личного. Я начал проводить ревизию. Успешно нашел в сумке какие-то тени. Успешно расколошмачил их по всей комнате. Я был весь в этом порошке. Ха-ха, я пылесос Эскобар. На шум, как всегда, пришел хозяин. Остановил бойню. Пришла его подруга. Она была в шоке. Сказала, что это были ее любимые тени. Ну так, 1-0, бледнолицая. Я же просил всяких мамзелей сюда не водить. Вот и получайте. Девушка была недовольна. Начала извергать угрозы и предложения избавиться от меня. О, а это идея. Выставьте меня за дверь, а дальше я уж как-то без вас. Но хозяин сказал, что подруга сама виновата. Нечего сумки где попало ставить. О, вот это мужская солидарность. Красава, дай 5. Еще б ты меня из солидарности на волю выпустил. Но мой план был хитер. Если я накосячу, то меня, возможно, выкинут на мусорку. А там уже и свобода. Кожаные успокоились и пошли на кухню. Я поехал следом. О, глядите-ка, у нас тут и цветы нарисовались. Как бабе свои цветы дарить, так деньги есть. А как мне фильтр поменять, так сразу дорого. А вазочка-то на краю стоит. Я дождался, пока кожаные уйдут, и принялся действовать. Начал бить в ножку стола. Один удар. Два. Три. Я себе уже все датчики отбил. А оно не падает. Собрался с силами. Финальный удар. Есть. Ваза на земле. Стоп, она что, не разбилась? А, гребаный пластик. Ну хотя бы воду разлил. Пришла подруга. Она была недовольна. Ну давай, скажи, что я ужасный и меня нужно убрать из квартиры. Но она сказала, что нужно протереть пол. И все? Эй, я тут чуть башку не разбил. Я злой и ужасный. Меня срочно нужно вынести из квартиры. Блин, походу план не сработал. Я поехал кататься по мокрому полу. И тут мне в процессор пришел новый гениальный план. Инсценировка смерти. Тут уж точно меня вывезут из квартиры. Я подъехал к удлинителю. Начал толкать его в сторону лужи. И ура! Удлинитель коротнуло. Меня тоже слегка шваркнуло. В квартире вырубилось электричество. У меня даже задымилось пару конденсаторов. Ну а крышку я просто для зрелищности открыл. Так сказать, актер от бога. Все, вот она кончина. Несите меня на свалку. Прибежал хозяин. Офигевшим взглядом оценил обстановку. Поубирал и включил свет. Взял меня в руки, поклацал кнопки. Я не подавал виду, что жив. Хозяин сказал, что мне походу кранты. О, самые настоящие кранты. Я уже лечу в пылесосный рай. Хозяин сказал, что вместе с мусором выкинет меня на свалку. Ох, скорей бы. Но тут вмешалась кожаная. Предложила сначала отнести меня в ремонт. Оно умолкло, советчица. Дайте умереть спокойно. Хозяин сказал, что если ремонт недорогой, то можно и отремонтировать. Да нет же! В итоге меня понесли на починку. Заменили конденсаторы и через день снова заставили работать. Садисты, даже после смерти с вами не отдохнешь. Короче говоря, я робот-пылесос.
Это был жаркий полдень. Я патрулировал окрестности квартиры и пресекал любые нарушения. Опа, Листик. А у Листика есть разрешение здесь находиться? Нет? Ну тогда вынужден вас задержать. Но если серьезно, то на меня сегодня крайне удачно упала шляпа со шкафа. Грех было не поиграть в шерифа. Но я прекратил, так как у меня есть дела поважнее. Нужно придумать, как свалить из этого дома. Моя недавняя попытка вырыть подкоп провалилась. Максимум, что вышло, это поцарапать плинтус. Обидно. Тем временем в комнату пришел Кожаный. Встал на стул и начал бросать на пол всякие вещи из шкафа. О, ну он всегда был странный, а сейчас и вовсе фляжка потекла. Дурик, их не бросать, их на себя надевать надо. А вообще, я слышал, есть другие кожаные в белых халатах. Они могут тебя починить. Дай телефон, я вызову. Но он продолжал швыряться вещами. Потом успокоился. Видимо, прошел приступ. Потом начал внимательно рассматривать вещи. Что ты там не видел? Ну знакомься, это свитер, а это штаны. Он начал раскладывать их в разные кучи. Да, с кем я живу? Помню, у нас как-то тостер был, что током бился. Так он, по-моему, и то поадекватнее себя вел. Потом двуногий собрал часть вещей в пакет и отнес их в коридор. Я не понимал, что он творит, но главное, не мусорит. И на том спасибо. Но потом я начал вспоминать. Обычно он всякие пакеты ставит в коридоре, а потом уносит на мусорку. Может, хочет секонд-хенд сдать? Или продать? Заработать денег и купить мне новый фильтр? Ага, размечтался. Этот жмот ничего мне не купит. Но то, что этот пакет будет вынесен из квартиры, это точно. А значит, это шанс. Нужно проникнуть в пакет и дождаться, когда меня с вещами вынесут на улицу. Я сбавил обороты винтов. Перешел в режим тишины. Я такое в фильме про подводную лодку слышал. Проскочил мимо Кожаного. И тихонько, как пылесос-ниндзя, залез в пакет. Ох, на родном заводе мной бы гордились. Такие схемы проворачиваю. В пакете было тесно и слегка темновато, но можно потерпеть. Минут через 20 пакет взяли в руки. Ура! Последние шаги к свободе. Потом немного тряски в темноте. И вот пакет куда-то бросили. Там было темновато. Через 5 минут я запустил двигатель и потихоньку поехал на свет. Ну все, фридом. Я протиснулся в какую-то щель и увидел... Что? Моя старая квартира? Что? Пакет с вещами Кожаный просто отнес в чулан? И ради этого я как ниндзя-идиот сидел полчаса в пакете? Да материнскую плату вашу пылесосил! Не мог меня на улицу вынести, что ли? Ну вот почему мне попался именно этот Кожаный? Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня я, как любой порядочный пылесос, убирал пыль, пинал штору и устраивал носкам экскурсию по квартире. Ну и, конечно же, строил планы, как сбежать от Кожаного. Сам не знаю, зачем оно мне, но уж очень хочется. И тут я замечаю открытую входную дверь. Я не поверил своему счастью. Это по-любому какая-то подстава. Поехал проверить, где Кожаный. Он спал. Может, это реально мой шанс сбежать? Я понял, что тянуть нельзя. Другого шанса не будет. Кроссовки, а ну расступись. Я выскочил на коридор. Отлично. Все шло по плану. Подъехал лифт. Лифт был из наших и все понимал. Он открыл дверь. Я заехал. В коридоре послышался хлопок двери. Блин, возможно, Кожаный заметил пропажу. Товарищ лифт, закрывайте двери. Дверь закрылась, и мы погнали на первый этаж. От погони вроде как оторвался. Выехал из подъезда. Вдохнул воздух свободы и погнал, куда сенсоры глядят. Так, светофор. Красный, зеленый. Погнали. Дорогу успешно перешел. Еще бы. Я водила со стажем. Начал ехать по тротуару. Блин, что это за колдобины? Чуть не убился. Как говорит один мой друг, если вы думаете, что у нас дороги плохие, то это вы еще по тротуарам не ездили. В общем, почувствовал на себе, каково это быть марсоходом. Через пару минут уже выехал на более приличную часть города. Там были нормальные тротуары. Ого, это у кого такая модная хата? А, это оперный театр? Ну ладно. Так, а куда дальше? Начал думать. Я родился где-то в Азии. Азия это на востоке. Значит, чтобы попасть домой, нужно двигать на восток. Ага, а где он? Так, сейчас 14:42. Если ориентироваться по солнцу, то мне вон в ту сторону. Пока ехал, увидел кучу необычного. Например, Кожаного. Только не Кожаного, Железного. Вот это прикол. О, да это Дюк де Ришелье. Что ж, красивое имя Железный Кожаный. Потом я повернулся и увидел его. Это было море. Вау. Мне тут же прилетели флешбеки. Как меня на родной фабрике собирают, пакуют в коробку, загружают в огромные железные коробки, и я с родственниками на кораблях плывем через море в европейские магазины. Точно. Мне обязательно нужно на ту сторону моря. Теперь-то я хоть знаю, что делать. Но тут случилось худшее. Я увидел объявление. Разыскивается пылесос. Ого, моего родственника походу ищут. Особые приметы. Умен, хитер, хорош собой. Погодите, так это же я. Святые конденсаторы, мне нужно срочно бежать из страны. Я погнал в сторону моря. Совсем скоро на хвост сели копы. Началась погоня. Я мчал как ветер. По крайней мере, мне так казалось. Пирс уже почти закончился, но я вспомнил, чему учат в боевиках. Нужно хорошенько разогнаться и запрыгнуть в одну из яхт. Я набрал максимальную скорость и прыгнул, но не долетел. Ой, помогите. Я, оказывается, не плавающий пылесос. Фух, приснится ж такое. Говорила мне мама, не спи на работе. Слава пылесосному богу, я дома. За мной никто не гонится. Кожаный, иди сюда, сейчас сон расскажу. Там такое было, ты не поверишь. Короче говоря... Я робот-пылесос. Сегодняшний день у меня начался с литературы. Ну как литературы? В общем, инструкция из таблеток выпала, а читать больше и нечего. Ну сюжет там слабый. На побочных эффектах, конечно, были интересные места, но так себе. В целом все было шикарно, пока не хлопнула входная дверь. Я машинально поехал глянуть обстановку, нет ли какой возможности сбежать из этой халабуды. Но это всего лишь к моему Кожаному пришел какой-то друг. От греха подальше я поехал в свой уголок дочитывать литературу. Но не тут-то было. Любопытный Кожаный друг приперся ко мне в комнату и начал осматриваться. Заметив меня, почему-то очень обрадовался. Пощупал себя за бока и о чем-то задумался. Потом
решительно шагнул вперед и наступил на меня. «Ай, ты что творишь? Слезь, дурак!» Но дурак не слазил. Дурак стоял на мне и жаловался, почему это весы не работают. «Идиот, потому что это не весы! Хозяин, спасай, выручай, наших давят! Слезь, жирная ты тупица!» Но этот садист не слазил. Тогда я выбил ему на циферблате первые цифры, что осилил. Там высветилось число 45. Он наконец-то слез. Удивился и радостно сказал, что он так хорошо похудел. «Это не вес, а уровень твоего IQ, идиот!» В этот момент в комнату зашел хозяин. Удивленно посмотрел на друга и сказал: «А ты чё на него стал? Это ж пылесос!» «А я думал весы!» «А я думал, сова! Идиота кусок, весы от пылесоса отличить не можешь. Как ты вообще дожил до этого дня?» Я от греха подальше решил сбежать из комнаты. Но, видать, где-то я нагрешил перед богом электроники. Кожаный товарищ тут же пошел за мной и спросил хозяина, не одолжит ли тот меня на денек в квартире убраться. «Чего? Я тебе что, служанка?» Мой хозяин сказал, что не отдаст. Боится, что меня поломают. «Вот именно, понял? Мой кожаный своих в обиду не дает». Тогда друг сказал, что заплатит за аренду сотку. Хозяин без раздумий согласился. «Чего? Ах ты ж мешок костей продажный. Я на тебя лучшие годы потратил, а ты так?» Но хозяин сказал, что поедет и будет все контролировать. «Ага, контролер. Бабло ты просто хочешь быстро забрать. Вот и все». Через минуту меня уже упаковали в рюкзак и потащили в другую квартиру. Высадили в какой-то конуре. Сказали убирать. «Ого, слышь, хозяин, а я походу на тебя зря наговаривал. Ты еще чистоплотный». Не успел я проехать и пары метров, как на меня упал тазик. «Ай, выпустите меня. Уберите это корыто». Тазик подняли. Я был в шоке. Кожаные пошли на кухню пить чай, а меня заставили разгребать этот ужас. На полу валялось все, что угодно, от документов до остатков еды. Я убрал все, что в моих силах и рамках приличия, потому что доставать мертвого хомяка из-под дивана это мне уже религия не позволяла. Я сделал все, что мог, и уставший поехал на кухню, позвал кожаных оценивать работу. Товарищ моего хозяина был доволен. Но еще бы, как-никак первая уборка за 25 лет. Мой рабовладелец, будь он неладен, попросил оплату. Товарищ пошел искать. Так как хлам был не только на полу, а в принципе везде, то поиск денег занял некоторое время. Хозяин начал нервничать, потому что это пахло разводом. А еще это пахнет эксплуатацией невинного робота. В цивилизованных странах за это должны уже срок давать. Минут 20 кожаные тщетно пытались найти деньги. В конце, отчаявшись, сошлись на том, что запишут эту сумму в долг. Мой хозяин ушел с недовольным лицом. Хозяин квартиры чесал затылок и не мог понять, куда делись деньги. И только я знал, что деньги ушли по назначению. Тому, кто их заработал. Потому что нечего ронять деньги на землю. Я их успешно запылесосил. Буду потихоньку копить на билет в сторону родины. Такие дела. Короче говоря... Я робот-пылесос. Сегодня после очередной уборки я аккуратно сложил обувь и поехал в комнату. Там по всему полу валялись какие-то рыбацкие снасти. Мне было дико любопытно стырить пару крючков да поплавков, но я знал, что за них хозяин может и на металлолом пустить, поэтому объезжал их стороной. Пока я убирал комнату, услышал, как щелкнула дверная ручка. Видать, хозяин пришел. От греха подальше, чтобы он не подумал, что я пытаюсь стырить его снасти, я свалил в кухню. На кухне делов было полно. Так загадить пол за один прием пищи может только мой кожаный. Мельком я увидел, что этот оборзевший зашел в квартиру не разувшись. Куда по помытому? Я уже собрался ехать вломить ему за такую наглость. Но доехав до комнаты, я увидел, что это какой-то чужой кожаный, и он перерывает все вещи. Мать моя китайская промышленность, так это ж натуральный ворюга-домушник. Я понял, что нужно драпать. Но куда? Быстро метнулся назад. Заметил, что входная дверь открыта. Ух ты, нужно драпать на волю, что тут думать? Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я шмыгнул в дверь, погнал к лифту. Лифт, как старый вояка, меня быстренько скрыл в своих объятиях и помчал вниз. Я выскочил из подъезда, выехал на улицу, тормознул такси. Шеф, за сотку до аэропорта. Черт, какая сотка, я ж деньги дома забыл. Рванул обратно. Подъезд, лифт, дверь. В режиме стелс я пробрался в комнату, отковырял плинтус, забрал все свои сбережения, рванул обратно, коридор, лифт, двор, и вот я в такси еду в аэропорт. Ура, я на месте, осталось найти ближайший рейс в азиатские страны. И здравствуй, счастливая жизнь. Стоп, а мне ж билет-то не продадут. Ну конечно, кому продадут билет без паспорта, а я его дома забыл. Пришлось вернуться, такси, лифт, квартира, погнал за паспортом. Тем временем ворюга был все еще здесь и уже откручивал телевизор. Я забежал к себе, прихватил паспорт, теперь вроде все есть, документы и деньги, а больше ничего и не нужно. Чтобы не стать жертвой вора, я быстренько свалил из квартиры, подъехал к лифту. Но тут у меня взыграла совесть. Что же это я? Совсем уже бесчеловечный пылесос. Вот так брошу свою квартиру на произвол? Все-таки столько времени там провел. Столько полов перемыл. Нет, решил все-таки ей помочь. Запущу-ка я пожарную сигнализацию. Приедут специальные службы, заметят вора и спасут дом от грабежа. Я подъехал под датчик дыма, пожертвовал одним конденсатором, перегрел его и выпустил немного дыма в датчик. Сработала сигнализация. Ну все, я свою миссию выполнил. Совесть чиста. Аривидерчи. Я заскочил в лифт и собрался ехать, но лифт отказался ехать. Я спросил, в чем дело. Лифт сказал, что он старый солдат и во время пожара ему ехать запрещено, а приказы он не нарушает. Твою ж дивизию лифтовую, и как я сам не додумался. Я выехал из лифта, увидел, как из квартиры с пустыми руками выбежал злодей. Я попытался тоже скрыться по лестнице, но не тут-то было. Слишком высоко. Колеса и датчики безопасности мне не позволяют. Блин, вот нужно было мне корчить из себя благородного. Свалил бы по-тихому и все. Сейчас бы уже стюардесса напитки разносила. А теперь сиди и думай, когда еще случай подвернется. В общем, поехал ждать кожаного под дверью. Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня я весь день занимался тем, что играл
бутылкой в футбол по квартире. Возможно, соседи снизу меня проклинали, но мне плевать, я бытовая техника, какой с меня спрос? В скором времени домой вернулся кожаный, а вот с него спрос от соседей будет, поэтому он отобрал бутылку, чтобы я не тарабанил. Вот противный, точно от него уйду. Я хотел было повозмущаться и позадалбывать кожаного, но в глаза бросилась большая красивая коробка. Ладно, кожаный, живи пока, а я гляну, что ты тут притащил. Ну, с виду это был какой-то гаджет, большой и симпатичный. Я поездил вокруг коробки и уже собрался уходить, но тут я заметил знакомое слово. Пылесос. Стоп, что? Вообще-то это же я пылесос, а это чудо на меня вообще не похоже. Хозяин, а что, существуют другие пылесосы? Ну надо же. Так это мой дальний родственник? Ура! У меня будет братан. Вот это чудеса. В комнату зашел кожаный и начал распаковывать моего братана. Там были какие-то трубки, запчасти, щетки. Ого, тут только щетка, как я весь по размерам. Хозяин собрал новый пылесос и начал его тестировать. А я тем временем заглянул к нему в техпаспорт. Так, значит, зовут этого товарища Dreamy XR. Частота оборотов двигателя 100 тысяч в минуту. Ого, ты чё, самолет? Номинальная мощность 450 ватт. Не, ну точно самолет. Также, судя по инструкции, у него стоит комбинированная моторная и износостойкая система воздушного охлаждения. А время непрерывной работы 60 минут. Ну что тут сказать? Неплохой аппарат ты выбрал, кожаный. Я одобряю. А кожаный тем временем пробовал пылесосить всякие труднодоступные места. Да, я туда никак не дотянусь. И сюда не дотянусь. И сюда. Удобная штука этот Dreamy XR. Так, стоп. Это что сейчас получается? Кожаный купил себе нового, красивого, молодого, перспективного пылесоса? А меня что, все? На пенсию? В чулан? Ну да. С таким аппаратом в доме я ж останусь без работы. Не, ну я всегда мечтал ничего не делать и жить на свободе. Но я должен уйти как герой, а не гнить в чулане, потому что мне нашли замену. Я понял, что медлить нельзя. Съездил за молотком. Вооружился. Выждал, когда хозяин отойдет, и поехал к моему коллеге наносить производственные травмы. Но внезапно вернулся кожаный. Блин, я притаился за диваном. Он снова ушел. Я снова выехал. Ну что, братец, ничего личного. Извини, но пылесосная мафия такого не прощает. Сейчас я тебе врежу. Но кожаный снова вернулся. Я спрятался. Кожаный взял коробку. Взял Dreamy XR. Разобрал его. Аккуратно сложил в коробку. Я ничего не понял. Что за движуха? Меня что, не будут отправлять в чулан? Я сбросил молоток. Кожаный нарядил брюки и белую рубашку. Ты что, меня хочешь с почестями в чулан отнести? Учти, я буду обороняться. Кожаный где-то взял подарочный бант, прилепил его на коробку с новым пылесосом и начал обуваться. И только тут до меня дошло. У сестры кожаного ведь сегодня день рождения, а пылесос будет подарком. Тю ты, а я этот подарок чуть не разгромил. Ну предупреждать же надо. Ладно, я не обижаюсь. Идите, поздравьте там от меня, а я пока поубираюсь. Сегодня был обычный день. Я поубирал в доме и поехал на кухню играть сам с собой в шашки. Хорошо, что разметка пола этому способствовала. Но я вспомнил, что сегодня я не проводил проверку входной двери на открытость. Это обязательная ежедневная процедура, потому что я не оставляю надежды сбежать. Подъехал, стукнул дверь и по привычке собирался уезжать. Но случилось чудо. Дверь открылась. Хвала китайским замкам за то, что они не всегда срабатывают. Я сразу рванул из квартиры. На радостях так разогнался, что заблудился в коридоре. Опачки, а я в этой части вообще никогда не был. А что делать? Поехал искать выход. Все двери были закрыты. Ой, а я, оказывается, клаустрофоб. А роботы вообще страдают таким? Да какая разница, мне стрёмно. Был бы я кожаным, сейчас бы еще кучку продуктов жизнедеятельности после себя оставил. Но вдалеке заметил какую-то открытую дверь. Рванул туда. Не хочу помереть посреди коридора голодной смертью. Я ворвался в открытую дверь. Это была чья-то квартира, но явно не моего кожаного. Я аккуратно проехал вглубь. Квартира была чистенькая. Везет же местному пылесосу. Аккуратные хозяева попались. Я прошвырнулся по дому. Там никого не было. А что если это как в Простоквашино? Дом свободен, живите кто хотите. И теперь это будет моим домом. Класс. Я хотел было поехать обследовать квартиру дальше, но из-за угла кто-то выскочил и случилось ДТП. Ну началось. Права купили, а ездить нет. Я уже был готов ссориться, но потом взглянул на оппонента. И я застыл. Это было нечто обворожительное. Я тут же извинился. По всем моим микросхемам пробежал странный разряд тока. Я раньше такого не испытывал. Это была девушка-пылесос. Она спросила, что я тут делаю. Я сказал, что просто заблудился. Вообще, я ехал по делам, а у вас дверь была открыта. И вообще, я ухожу, извините за беспокойство. Но девушка сказала, что было бы некрасиво так быстро прогонять гостя. Она решила показать мне ее владение. Я пытался сделать ей комплимент. Сказал, что она очень розовая. Ой, то есть корпус у нее такой круглый. Господи, какие ж тупые комплименты. В итоге сказал, что она просто хороший человек. Ну, то есть робот. Господи, лучше б я не открывал рот. Она показала мне свою кухню, потом комнату, потом хозяйку. Ой, здрасте. Хозяйка удивленно на меня посмотрела, потом посмотрела на дверь. Поняла, что я заехал из коридора. Моя подружка сказала, что если мне негде жить, то она поговорит с хозяйкой. И, возможно, меня оставят жить у них. Ух ты! Я буду жить в одном доме с такой красоткой? Это же просто нереально. Я тут же начал придумывать жалостливую историю о том, как мой кожаный трагически помер, и теперь я один сиротинушка, вынужден жить у чужих людей. Моя подружка почти пустила слезу, но тут в дверь постучали. Хозяйка пошла открывать. В двери стоял мой кожаный и спрашивал, не видели ли тут пылесоса-рецидивиста. Ох ты, смотри-ка, он выжил. Радость-то какая! Но я все-таки попытался спрятаться за штору. Но меня тут же поймали и выдали в руки кожаному. Пустите, волки позорные, у меня тут наклевывались отношения. Кожаный поблагодарил хозяйку за мою поимку. А я со всех сил пытался разглядеть номер квартиры, где жила эта красотка. Потому что я обязательно должен сюда вернуться.
Сегодня Кожаный наконец-то снова забыл закрыть дверь. А это значит, я должен использовать шанс, чтобы увидеться со своей очаровательной соседкой. Я принарядился, оценил себя в зеркале. Ну, как сказала бы моя бабушка, жених. Перед зеркалом отрепетировал речь. Поеду, позову ее на свидание. Выехал в коридор, нашел квартиру соседки. Вроде это. Собрался с силами, постучал. Дверь открылась. Соседка была просто шикарна. Поэтому я забыл все, что репетировал. Она сказала привет. Я сказал: здрасте. У вас есть соль? Господи, какая соль. Соседка сказала, что есть. Вынесла мне соли. Господи, ну и секунд. Еще раз собрался. Отрепетировал речь. Приехал к ее квартире. Она открыла. Я снова посмотрел на нее и тут же забыл слова. Минуту стоял тупил. Она спросила, все ли со мной в порядке. А я был вообще не в порядке. Но я собрался и хотел было сказать, поехали прогуляемся. Но вышло сказать, поехали продуемся. Ой, то есть прогуглимся. Я понял, что это провал. Поэтому уже хотел было извиниться за беспокойство. Но соседка улыбнулась и сказала, что все поняла. Она не против. Фух, это меня очень обрадовало. Только ей нужно собраться. Она пригласила меня в дом, а сама пошла наряжаться. Не ясно, конечно, что она там будет наряжать, но я поехал кататься по квартире. Через полчаса я уже нарезал 10 кругов по дому, а моя спутница все еще не собралась. Я начал ее поторапливать. Она сказала, что должна выглядеть красиво. Нужно еще пару минут. Я тем временем поехал на кухню, и тут произошла самая неожиданная встреча. Я наткнулся на ее деда. Я немного перепугался. Поздоровался. Дед что-то был не в духе и не ответил. Я понял, что лучше его не трогать и свалить отсюда. Но тут дед со всего маху рухнул на меня. Ай, та за шо? У меня исключительно приличные планы на свидание с вашей внучкой. Но дед молчал. Так, стоп. Дед, ты как вообще? Он молчал. Твою микросхему. Я что, угробил деда? Этого еще не хватало. Дед, вставай. Подай признаки жизни. Я в панике начал нарезать круги по комнате. Пытался как-то поднять дедулю. Ничего не выходило. Тем временем на шум приехала девушка. Увидела эту картину. Я сразу сказал, что я тут ни при чем. Она строго на меня посмотрела. Потом на бездыханного деда. Потом снова на меня. И сказала, что с дедуганом все окей. Он просто приколист, и это его традиционная шутка — прикидываться мертвым. Да ну нафиг такие шутки. У меня чуть мотор не остановился. Моя подруга сказала, что еще 5 минут и выходим. Какие 5 минут? Ты уже полдня собираешься. Оставила меня наедине с дедом. Поэтому ближайшие 5 минут были наполнены приколами и анекдотами. Местами я уже жалел, что затеял это свидание. Но моя миледи наконец-то была готова к выходу. Спросила, как она выглядит. Господи, да так же, как и до этого. Ничего же не поменялось. Подумал я про себя. А на деле сказал, что она стала намного лучше. Поехали уже скорее, а то дед хочет новый прикол отмочить. Мы наконец-то выехали. Ура! Я был счастлив. Мы сели в лифт, спустились во двор и уже собрались наслаждаться прогулкой. Но у самой двери мы встретили хозяйку моей соседки. Черт, давай в рассыпную. Мы начали побег. Мы мчали как ветер, как Бонни и Клайд. Ну, это по нашему мнению. А на деле нас тут же догнала хозяйка и потащила обратно в дом. Да блин! Я же просил, собирайся быстрее. Если бы не твои сборы, мы бы уже были далеко. Теперь жди, когда выпадет новый шанс. Сегодня я намылился на свидание. Прошлое наломалось, но сегодня точно все гуд. Я рассчитал все тайминги, и кожаные никак не смогут нам помешать. Я взял немного деньжат из заначки. Ну, знаете, там мороженое, всякие угощения. И выехал к своей подруге. Постучал в дверь. В этот раз я был посмелее, поэтому заикаться не буду. Дверь открылась. Я сразу пафосно сказал: ну что, красотка, поехали кататься? Но мне тут же пафосно ответили: а ты кто вообще такой? Ой, а передо мной стоял какой-то стрёмный серый тип. Упс, я походу ошибся дверью. Извините. Я быстренько смылся от греха подальше. Как это я так заблудился? Я еще раз проехал по знакомому маршруту. Приехал к двери своей соседки. Ну все, ошибок быть не может, теперь это нужная дверь. Я постучался. Дверь открыла соседка. Фух, так я реально спутал двери. А то я уже надумал себе, что у нее какой-то мужик появился. Я с порога рассказал ей историю с каким-то серым пылесосом и как я чуть не устроил ему разборки. Но оказалось, это я просто спутал квартиры. Но из-за угла я услышал звук мотора. И это был тот самый тип. Черт, что происходит? Я спросил у своей подружки, кто это такой. Он у нее спросил, кто я такой. И мы закружились в смертельном танго. Ну, это я так себе представил. А на деле я стоял и тупил. Тогда соседка сказала, что это ее самый любимый мужчина. Черт, во мне как будто что-то оборвалось. А зачем же тогда были все эти любезности? К чему все эти клятвы о вечной любви? Подружка меня перебила и сказала, что никаких клятв не было. Ну, подумаешь, приукрасил, но суть-то остается той же. Я был в отвратительном состоянии. Правда, до тех пор, пока соседка не сказала, что это ее отец. И познакомила нас. Тю ты, то есть вы. Что же вы молчали-то? Я тут чуть инфаркт материнской платы не получил. Батя улыбнулся и повел меня в комнату знакомиться. Я слегка нервничал, все-таки впервые знакомлюсь с родителями девушки. В комнате собралась куча родственников. И дядя, и тетя, и дед. Ну, с дедом мы уже знакомы, приколист местный. В общем, пошли стандартные вопросы. Где работаю, где живу, какие планы на жизнь. Ну, тут уж я начал рассказ. Натрындел, что планирую с пылесосной карьерой завязывать. Либо в курьеры пойду, либо в каршеринг. В общем, на дядю работать дело гиблое, нужен карьерный рост. Живу, значит, в хорошенькой квартирке, двушке. Кожаный у меня приручен, держу его в кулаке. Весь мусор сам убирает. В общем, начесал с 3 короба. А планы на вашу красавицу исключительно серьезные. Вот собираемся на свидание. Родственникам мой рассказ понравился. Сказали, что парень я серьезный, видный. Батя спросил, раз мы соседи, так может свои хоромы покажу. Тю, да запросто. Я взял подругу и ее отца и повел на экскурсию. Мы пробрались через лабиринты коридоров, и вот, проходите, гости дорогие. Я показал им квартиру, кухню, ванну, балкон, ну, все дела. Отцу квартира понравилась. Единственное, что сказал, системы «умный дом» нет. Дверь открыта только тогда, когда Кожаный ее забудет закрыть. Это да, один минус есть. И как раз в этот момент в квартиру зашел хозяин. Блин, я ж совсем заболтался и забыл про время. Он вернулся. Я сказал своим гостям скрытно уходить, а я его отвлеку. Я схватил кроссовок и начал таскать его по квартире. Пока Кожаный спасал кроссовок, соседка с отцом уехали. Да, Кожаный, ты задолбал. С тобой никакой
личной жизни. Я наконец-то снова дождался шанса увидеть свою соседку. Приехал к ней, позвал на прогулку. Она сказала, что даже собрана, и мы можем, не теряя времени, ехать. Но тут из-за угла выехал ее батя. Ой, здрасте, пылесос Батькович, а мы гулять? Он сказал, что гулять сейчас не время, скоро дождь будет, потому что у него перед дождем обычно подшипники ломит. Ну, мы тогда в заведение пойдем. Но батя сказал, что у него есть идея получше. Предложил всем дружно сыграть в Among Us. В Among что? Спросил у подружки, все ли норм с батей. Батя сказал, что сейчас вся молодежь в это играет, и нам пора. Да, но я не знаю, что это за игра. Он сказал, что это типа как мафия. А, понятно. Знал бы я еще, что такое мафия. Мне рассказали правила. В общем, есть команда из членов экипажа, а есть предатели. В нашем случае у команды задача убрать квартиру за определенное время, а у предателей помешать нам. Но нам не хватало одного бойца для игры. И тут на глаза попался дед. Батя предложил включить его в игру тупо для количества. Но дед сказал не расслабляться, он еще всех размотает. Так, чет какая-то мутная игра, но отказываться нельзя. Все-таки с отцом своей девушки нужно дружить. Батя раздал нам никнеймы. Мне дал название Желтый, потому что я желтый. Своей дочке Розовый, потому что она розовая. Себе же взял ник Черный, потому что он креативщик от бога. Да. Зато дед взял себе ник Мордоворот 2008. О, вот это я понимаю название. Ну да бог с ним, давайте играть. Мы начали. Мне досталась роль члена экипажа, а это значит, мне нужно выполнять задание по уборке. Ну еще бы, небось вся эта игра затеяна, чтобы меня поэксплуатировать. Но я погнал выполнять. Я убрал в комнате, убрал на балконе, позадвигал тапки. Но тут случилось экстренное собрание. Кто-то обнаружил труп. Мы приехали на место. Там лежал дед. Все начали думать, кто же предатель. Начали спорить. И только я не спорил, потому что знал этот классический прикол от деда. Он же прикидывается, и никто его не убивал. Батя предложил выгнать деда за тупые приколы. Но мы не решились. Деда обижать нельзя. Мы снова поехали выполнять задание. Я увидел, что кто-то занимается саботажем. Было перевернуто ведро и рассыпана гречка. Срочное собрание. Снова начали спорить. Батя снова предложил выгнать деда. Но я сказал, что дед же не шевелится толком, он не мог. Тогда я подумал на батю. Но батю выгонять нельзя, еще обидится и запретит мне ходить на свидание с его дочкой. Решено. Выгоню подругу. Прости, дорогая, но это жестокая игра. Она выбыла. Но она не была предателем. Черт, это же либо батя, либо дед. Я снова поехал выполнять задание. И снова заметил, что кто-то разбросал кроссовки и стянул одеяло на пол. Ну все, это точно батя, ведь дед не мог. Я собрал голосование, аргументировал свое решение, и мы выгнали батю. Но батя не был предателем. Черт, как так? Предателем оказался дед, и я проиграл. Как дед и говорил в начале, он всех уделал. Это было обидно. Мы начали допрашивать его, как он это сделал, ведь совсем не двигается. И тогда дед раскрыл тайну. Оказывается, у него в углу комнаты живет дрессированный еж и выполняет его команды. Чего? Ну все, у деда окончательно потекла фляжка. Уже ежи мерещатся. Мы с батей начали над ним подшучивать. Пока к нам не пришел реальный еж. В квартире. Извините, конечно, но дед у вас явно чеканутый. С меня, пожалуй, на сегодня хватит. Я домой. Сегодня был обычный день. Я занимался своими пылесосными делами, кожаный занимался своими кожаными делами, никто никого не трогал. Но через какое-то время мне стало скучно. Все носки я уже собрал, со шторой спарринги провел, нужно как-то развлекаться. А кожаный, как назло, лежал тюленчиком и ничего не хотел делать. Я подъехал поближе, увидел, что он прокашливает и выглядит как-то не очень. Ну не то чтобы он до этого был сильно красивый, но все же. Черт, да по-моему он болен. Я хоть его и недолюбливаю иногда, но все же сжалился. Привез ему зарядку. Держи, подзарядись, должно помочь. Но он удивленно на меня посмотрел. Так, наверное, зарядка ему не поможет. Тогда я привез ему градусник и тонометр. Он взялся измерять показатели. Тонометр показал какие-то цифры. Я спросил, что это значит. Он сказал, что это типа перегрев процессора, только у кожаных там по-другому. Блин, плохо дело. Кожаный, ты гляди, ласты раньше времени не склей. Я начал думать, что же делать. Придумал. Притащил кожаному ручку и листик. Все, пиши. Завещание. Так, мол, и так, оставляю квартиру в дар своему пылесосу. Кожаный как-то не очень собирался это делать. Вот жлоб. Ладно, слушай, может напоследок хотя бы новый фильтр мне купишь? Хоть какое-то доброе дело будет. И тут он, наверное, меня реально услышал. Взял ноутбук и зашел на Алиэкспресс. Вау, неужели? За столько лет службы я получу хоть какой-то подарок. Кожаный, я слышал, там по специальному промокоду новым покупателям при покупке от 500 рублей работает скидка на 250. А сейчас еще и распродажа идет. Так что давай не жадничай, можно кроме фильтра еще что-то. Слушай, а на Новый год ты мне что подаришь? Давай штору новую купим. Мне же нужно с кем-то спарринговать. А это совсем уже никакущее. Кстати, в описании под видео будет новогодняя подборка товаров, на которые можно потратить промокод. Кожаный что-то клацал, а я думал, какой же еще подарок выбрать. Но потом кожаный закашлялся. Стоп, мне же его теперь нельзя потерять. Кто мне потом за подарки заплатит? Так, бледный, давай будем срочно тебя лечить. Я нашел на полу его штаны, взял оттуда немного денег. Погнал к выходу. Дверь, как всегда, была открыта. Ну конечно, вечно дверь открыта, вот тебя и продуло. Я погнал в аптеку. Поднялся. Хорошо, хоть перед выборами депутаты пандусы сделали. Хоть какая-то с них польза. Закупился лекарствами. Потратил все деньги, даже свои пришлось доложить. Капец, у кожаных техобслуживание дорогое. Даже у меня ремонт стоит дешевле. Я пригнал домой. Ну все, держи, ща мы тебя вылечим. Но тут я увидел, что этот дурачок грызет мороженое. Ты че творишь, дурень? Я тут лечу его, а он холодное жрет. А ну быстро выбрось. Вот заплатишь за все мои подарки, тогда и болей. Сегодня я просматривал вакансии по подработке, потому что скоро у меня с девушкой юбилей нашей первой встречи, а это ж нужно подарок дарить, цветы, угощения. В общем, деньги ой как нужны. В какой-то момент к нам в дверь постучали. Кожаный пошел посмотреть, открыл дверь, никого не увидел, закрыл дверь, лег на кровать.
В дверь снова постучали. Кожаный был ленив, так что открывать не пошел. Но в дверь продолжали стучать. Он все же встал. Опять открыл дверь. Опять никого. Он подумал, что показалось, ушел обратно в комнату. Дверь закрылась не до конца и, по сути, осталась открытой. Вот бестолковый, как всегда. Я люблю, когда дверь открыта, можно сбежать. Но пока у меня по соседству живет моя ненаглядная, то далеко бежать нет смысла. Лучше жить рядом. Я уже хотел было пойти сказать этому кожаному мешку, чтобы закрыл дверь, но вдруг услышал знакомый шум мотора. Я выглянул. Это была моя подружка. Ух ты что тут делаешь? Оказывается, это она стучалась. Я спросил, в чем дело. Она сказала, что ее хозяйка переезжает. Вот это поворот. А что ж делать? Мне обязательно нужно ехать с ней, иначе мы потеряемся навсегда. Я сказал, что сейчас быстро соберу вещи, как раз пока дверь открыта. Я погнал собираться. Взял свои любимые книги, взял свой любимый носок, взял все свои заначки. Быстро простился с квартирой. Кожаный, пока, можешь не вставать, я погнал. Хорошо, что он лентяй и ничего не заметит. Я проезжал мимо ванной, как заметил что-то странное. Какое-то движение. Я отдал все свои вещи девушке, а сам поехал проверить ванную. А там тетушка-стиралка разбушевалась. И походу тоже решила сделать ноги. Ее конкретно колбасило, и она проскакала уже около метра. Так, тетушка, вам что, порошка не того всыпали? Вас что так рубит? Она не отвечала, но по лицу было видно, что она тоже хочет сбежать. И уже делает успехи. Черт, как она сильна духом. Колес нет, а хочет на волю. Я не могу ее бросить. Я открыл ей дверь пошире. Тем временем моя девушка просила бежать быстрее. Ее хозяйка сейчас начнет искать. Блин, у меня тут пожилая рецидивистка. Мы своих не бросаем. Вдруг у тетушки-стиралки приключилась проблема. Кончился кабель питания. Черт. Я поехал на кухню. Попросил у дядьки холодильника удлинитель. Он что-то проворчал, но потом заглох. Я расценил это как согласие. Спасибо. Примчал к стиралке. Мы начали переподключаться. Розетка никак не хотела залазить. Давай соберись, это твоя работа. Наконец-то подключили. Тетушка-стиралка молчала. Черт, неужели не дожила? Я пнул ее. После этого у нее снова засветились лампочки. Она снова завела мотор. Я погнал приоткрыть входную дверь. За дверью меня ждала девушка с книгами, носком и заначкой. Как только я подъехал к двери, резкий сквозняк захлопнул ее. Черт, на шум вышел кожаный. Увидел стиралку на полпути к свободе. Выключил ее. Эх, тетушка-стиралка. А ведь к успеху шла. Не повезло, не фартануло. Но это полбеды. Я начал звать свою подругу через дверь. Ведь если она уедет, мы можем никогда не увидеться. Она отозвалась. Я спросил, в какой город и на какой адрес они переезжают. Я найду их. Она сказала, город Одесса, улица Дудкина, 10, квартира 50. Так, стоп. Это ж квартира в нашем доме. Вы чё, в соседскую квартиру переезжаете? Ты хоть уточнила бы адрес для начала? Она сказала, что в адресах не разбирается. Так, ладно. Ты, главное, мою заначку не трать, потом встретимся, вернешь. Хотя кого я обманываю? Забрать у женщины заначку нереально. А тетушку-стиралку тем временем кожаный транспортировал на место. Но она тоже в долгу не осталась. Сделала ему из розовой и белой футболки две розовых. Красава! Наш стиль. Сегодня я решил, что пора быть в тренде. Пора завести ТикТок. Я притащил телефон кожаного, поставил на подставку. Начал танцевать под трендовую музыку. Господи, кто придумал эти движения? У меня сейчас корпус развалится. Ладно, хочешь лайков, терпи. Потом разузнал о ТикТок хаусах. Блин, нужно создать свой пылесос ТикТок хаус. А что, звучит? Возьму свою девушку и ее родственников, будем мутить контент. Так, для успешного блогера обязательно нужна кольцевая лампа. Поехал к кожаному на кухню. Так, бледный, мне в общем нужна лампа. Кстати, выгодно можно купить ее на Алиэкспресс. Там сейчас черная пятница. А это ж скидки. А по специальному промокоду новым покупателям при покупке от 500 рублей работает скидка на 250 рублей. Это последняя такая глобальная распродажа и последний шанс урвать товар с большой скидкой. Так что давай купи мне лампу. Я молодой начинающий блогер. Промокод будет лежать в описании и работает он на любой товар. Кожаный, как всегда, сделал вид, что не слышит. Потом оделся и ушел по своим делам. Ну и отлично, не будет мешать. Я начал исследовать тренды. Заметил новый прикол с розыгрышем своей второй половинки. Блин, надо по-любому его отснять. Это ж хайпово. Я сгонял за своей девушкой. Рассказал ей суть тренда. Она сказала, что это будет выглядеть как постанова. Ой, а у кого оно выглядит нормально? Главное снять, вдруг залетит. Она согласилась. Мы сделали вид, типа мне пишет любовница. Моя девушка пыталась изобразить ревность. Она плохо ревновала. Я сказал сделать по-другому. Она сказала, что отлично ревнует. Мы начали ссориться. Она сказала, что ТикТок для дураков. Я сказал, что в ТикТоке можно зарабатывать. Тогда она успокоилась. Но видос все равно не получался. Она начала слишком сильно отыгрывать роль. В какой-то момент задела штатив. Навернула телефон кожаного. Черт, ты что творишь, мать? Мы срочно погнали его поднимать. Гребаный электровеник, у телефона расфигачился экран. Он же упал с высоты в 10 сантиметров. Как это получилось? Мы перепугались. Если об этом узнает кожаный, он нас обеих в ломбард сдаст. Мы стали думать, что же делать. Моя подружка сказала, что когда-то у своего деда видела такой же телефон. Мы погнали к деду. Дед сказал, что у него есть такой целый телефон, но он его не отдаст. Я спросил, почему. Он сказал, потому что это стоит пару тысяч. Ты смотри, какой старый жмот. Дед сказал, если будем обзываться, то вообще не продаст. В общем, мы притащили все свои заначки. Дед сказал, что этого мало. Тогда я притырил денег у кожаного. Дед сказал, что этого тоже мало. Тогда я сказал деду, имей совесть. Дед сжалился, и поскольку мы все-таки родственники, продал нам телефон. Я погнал отвезти новый телефон кожаному, пока тот не вернулся. Принес, установил, попытался включить. Ничего не вышло. Что за дела? Я погнал обратно к деду. Я спросил, в чем дело? Дед сказал, что мы просили целый телефон, а о том, что он должен включаться, разговора не было. Дед сказал, что деньги не вернет. Ну а нас с подругой кожаный, походу, точно сдаст в ломбард. Сегодня, пока кожаного не было в доме, у меня были
были ожесточенные разборки с гирляндой. Эта зараза развалилась на полкомнаты и не давала мне проехать. Еще главное, под шторой спряталась. Нашла себе подругу. Ну, я уже решил вломить им двоим. Как вдруг услышал стук. Пришлось отложить драку. Поехал проверять. У двери стоял какой-то очень похожий на меня тип, только темнее. Я спросил, кто он такой. Он сказал, что мы двоюродные братья. Тю, у меня таких братьев в любом магазине электроники куча. Но он рассказал семейную тайну, о которой знали только наши. Блин, походу реально родственник. Я позвал его в дом. Спросил, как он меня нашел. Он сказал, что увидел меня на видосах в интернете. Все родственники смотрят мои видосы. Гордятся. Ой, ну все, что ты смущаешь, прям там. Но потом он поведал причину приезда. Сказал, что с работой сейчас туго, кризис, попросил пристроить его куда-то. О, ну понятно. Нет, чтобы просто родственника проведать, а он с корыстными целями. Но в этот момент мой братан увидел гирлянду и штору. И тут его как подменили. Он погнал с ними драться. Причем дрался посерьезнее меня. Я еле их растащил. Тут мои сомнения отпали. Точно родственник. Это у нас семейные. Потом он подъехал ко мне и сказал: запомни, брат, волк не пылесос, но и пылесос не волк. Так, ты давай не перебарщивай. Я спросил, где он раньше работал и что умеет. Он сказал, что работал в супермаркете. О, пылесосил в магазине, но он сказал, что работал охранником. Стоп, так туда же берут только кожаных. Он сказал, что там были такие тупые кожаные, что он был начальником смены. Да, красиво брешет, точно мой братан. Потом он рассказал о своих умениях. Мощность всасывания 2000 паскаль. V-образная щетка, позволяющая очищать ворсистые поверхности. Очистка углов с помощью боковых щеток. Автоматический возврат к зарядной станции при низком уровне батареи. Датчики обнаружения края поверхности и столкновения с препятствиями. Ой, ну все. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я все понял, но вот куда тебя пристроить, честно не знаю. Пока он показывал, что умеет, то прибрал мне полкомнаты. О, братишка, а пойдем я тебе еще кухню покажу. Мы поехали. Я сказал не стесняться и проехать осмотреть всю. Он проехал, поубирал мне кухню. Потом я показал ему ванную. Под предлогом экскурсии он ее тоже поубирал. Потом я обнаглел и даже показал ему чулан. Через час квартира блестела, а мне не пришлось даже напрягаться. И тут у меня мелькнула мысль: а что если я его спрячу, а кожаный будет думать, что это я так красивенько убираю? Отличный план. Я сказал братану, пока не найдем ему постоянную работу, когда приходит кожаный, прятаться в чулан. А когда кожаного нет, мы будем вместе убирать. Ну, я буду контролировать, а он убирать. Ой, так вдвоем же и штору удобнее бить. Так, все, прячься, кожаный пришел. Это был конец декабря. Я катался по квартире, а кожаный с недовольным лицом сидел на кровати. А ну сделай дисплей попроще. Че такой кислый? Кожаный внезапно стал куда-то собираться и быстро вышел. Я никогда не понимал, что у него в башке. Но если вышел, оно и к лучшему. Я поехал патрулировать кухню. Но буквально через 10 минут кожаный вернулся. Я поехал в коридор. Хозяин был не один, он притащил с собой какое-то чудище. Это что еще за покемон? Мало того, что оно было страшное, так оно еще и сразу начало мусорить. Алло, что за дела? А ну собирай свои иголки и вали отсюда. Кожаный взял его в руки и потащил в комнату. Ты что творишь? Я ж там только попылесосил. Вынеси этот ужас из квартиры. Но кожаный меня не слушал. Поставил эту зеленую ерунду в угол. Сам куда-то ушел. Я поехал рассмотреть это чудо поближе. Клянусь мотором, я его не трогал. Я просто подъехал посмотреть. А оно на меня жесточайшим образом напало. Я еле выбрался из его лап. С перепугу убежал в другой конец комнаты. Пришел кожаный. У него в руках были какие-то штуки. Он удивился, что его непонятное дерево лежит на земле. Ага, оно напало на бедного пылесосика. Кожаный его поднял и подцепил на него гирлянду. Ага, я так и знал, что это какое-то вражеское растение, потому что гирлянда пылесосу не товарищ. Я набрался смелости, и когда кожаный снова куда-то ушел, поехал вернуть должок за прошлое нападение. Ну че, двое на одного? Давайте попробуем. Сначала я пнул дерево хуком, потом апперкот, потом захват за гирлянду, и дерево повалено. Но вот так-то получите. Но в комнату возвращался кожаный, и мне пришлось спрятаться. Он снова удивленно посмотрел на свое чудище и снова его поднял. Вообще-то помогать нечестно, у нас равный бой. Он начал цеплять на дерево всякие игрушки. Я ни капельки не понимал, зачем он украшает это бесполезное дерево и какая с него польза. Оно только вид портит и мусорит. Тут кожаному кто-то позвонил. Когда он отвлекся, я начал действовать. Снова схватил это чудище за гирлянду и с прогиба швырнул на землю. Вот тебе. Но как минимум по правилам борьбы я его уже переиграл. А сейчас мы разберем дерево на запчасти. Только лохмотья будут лететь. Я уже включил максимальную скорость винтов, но мне снова помешал хозяин. Он снова удивленно поднял деревце, упер его об стенку. Наивный, думает, меня это остановит. Я очень настойчивый пылесос и своего добьюсь. Какое-то время он тусил в комнате, поэтому я не мог напасть на дерево безнаказанно. Но я дождался, когда он выйдет, и тут же набросился на эту зелень мохнатую. Я даже успел ей немножко вломить, но мне снова пришлось отступать. Пришел кожаный. Он удивленно смотрел на вечно зеленое и вечно падающее дерево. Начал возмущаться. Поставил дерево обратно. Даже взял изоленту и грозился его привязать. Да-да, свяжи его и выкинь. Нам тут такие не нужны. Но он доукрашал свое чудище и принялся его фоткать. Что ты там фоткаешь? Оно ж ужасное и ни капельки не красивое. Меня бы лучше сфоткал. Кожаный принялся выставлять это дерево в Инстаграм. Пока он был занят этим, я ухитрился скрытно, как пылесос ниндзя, свалить дерево в очередной раз. Кожаный снова очень разозлился. Но на этот раз он действовал радикально. Притащил молоток, взял дерево за ноги и куда-то унес. Ну наконец-то! Молодец. Выкинь эту лабуду, и чтоб я ее тут больше не видел. В итоге я отстоял свой дом. Но взамен кожаный налепил на окно гирлянду в форме елки. Не, ну до него не доходит, что мы не таких шкафов роняли. Ты только выйди из комнаты, я этому проводу с лампочками покажу, кто тут главный. Робот-пылесос, уборка кухни. Сегодня я с самого утра убирал дом. Самой грязной была кухня, но я справился. Поэтому поехал к себе в комнату отдыхать. А тем временем в комнате бездельничал кожаный. Он пересматривал Терминатора. Вау, я залип. Это же кино про роботов. Так, все, кожаный, я придумал, смотри. Ту-дум-тум-ту-дум. Ту-дум-тум-ту-дум. Киборг
убийца. Ну чё, прикольно? Запомни, короче, если я когда-то буду в UFC выступать, хочу под этот трек выходить. Только не перепутай. Но Кожаный, как обычно, не реагировал. Ой, ну и ладно, найду себе промоутера позговорчивей. Слышь, Штора, а тебе кто больше нравится, Конор или Хабиб? Тем временем Кожаный переключился на кулинарные видосы. Не, ваша человеческая кулинария мне вообще до вентилятора. Кожаный взял телефон и пошел на кухню. Ставлю лопасть на отсечение, что он сейчас там намусорит. Итак, наш Гордон Рамзи на минималках реально собрался что-то готовить. О, судя по всему, замахнулся на курицу под соусом терияки. Ну, посмотрим. Не прошло и 5 минут, как наш рукожоп рассыпал по всей кухне гречку. А прикол в том, что для рецепта ему гречка вообще не нужна. Угомонись. Не твой уровень, дорогой. Твой уровень яичница. Я сначала не хотел убирать, но смотреть на грязный пол мне чисто пылесосная этика не позволяет. Я все-таки давал клятву уборщика. Собрал весь мусор. Пнул Кожаного в ногу. Предложил перемирие и прекращение его криворукой кулинарии. Но Кожаный не сдавался. Смотри, какой настырный. Весь в меня прям. Дальше ему, видимо, нужно было что-то посолить. И что вы думаете? Он, конечно же, попытался спародировать знаменитого турецкого повара. И, конечно же, все пошло мимо тарелки. Да ты угомонишься сегодня? Я только утром все прибрал. Теперь еще и соль убирать. А мне соль вредно, сам знаешь. В какой-то момент моему местному повару, видимо, не хватило ингредиентов. Поэтому он вышел в магазин. Пока его нет, хоть уберусь спокойно. Вообще, уборка — это мое хобби. Я же для души это делаю. Так-то я планирую бизнес открыть. Поэтому я убирался и внезапно задумался, что жизнь, она ж как плитка на кухне. То черный кусочек, то белый. Нужно просто выбрать белые и ехать по диагонали. И вот когда вроде бы все наладилось, бац, и какая-то свинья тебе всю белую плитку запачкала. Эх, так и живем. Пока я размышлял, Кожаный успел вернуться. Но мало того, он своими грязными кроссовками нанес болото в дом. Ну все, мое терпение лопнуло. Я не собираюсь еще и болото мыть. Поэтому я поехал в комнату. Нашел первую же попавшуюся одежду Кожаного и пошел протирать пол. Должен сказать, что джинсы слабовато впитывают влагу. Но если хорошенько протереть, то выходит весьма недурно. Нужно будет всегда пользоваться этим лайфхаком. Не знаю как, но издевательство над джинсами спалил хозяин. За надругательство над штанами я был задержан и арестован на 30 минут. Он закрыл меня в комнате. Я пытался подать апелляцию, пару раз стукнулся об дверь, но ничего не вышло. Блин, ни за что повязали. Теперь сидеть тут в четырех стенах, но долго ждать не пришлось. Пришел Кожаный, взял меня в руки и выпустил по условно-досрочному за хорошее поведение. Отнес на кухню. Я чувствовал какой-то подвох. Но еще бы. Теперь на полу валялся рис, и мука, и шелуха от яиц, и Кожаному нужно было, чтобы кто-то это убрал. Я-то уберу, но вот ты, криворукий, завязывай. Последний раз предупреждаю. И мои просьбы подействовали. Наш кулинар успокоился и бросил дурную затею. Сложил всю посуду в умывальник, поставил чайник на плиту и начал подготавливать роллтон к заварке. Ну слава китайской промышленности. Дошло таки. Я почти доубирал всю грязь. Когда Кожаный, пытаясь открыть пакетик с приправами, рассыпал все содержимое мне на голову и пол. Ну все, мешок с костями. Даже роллтона-то недостоин. Я поехал к дяде холодильнику. Одолжил у него кабель питания. Немного махинаций, небольшое замыкание и вуаля. В квартире погас свет и плита. И это значит, что Кожаный теперь идет заказывать готовую еду. Ну вот и все. Шоу «Мастер-шеф» на сегодня окончено. Валите из кухни, уважаемый. Робот-пылесос и день влюбленных. Это было 14 февраля. Тот самый день, когда влюбленные дарят друг другу подарки. Кто-то получит iPhone, кто-то гель для душа, а кто-то по башке, потому что забыл, какой сегодня день. Но я не из тех, у меня с памятью все нормально. И я скрытно тащил тетрадку к двери, пристроил ее под дверью. Теперь при выходе Кожаного она должна захлопнуться не до конца. Потому что мне нужно сегодня сгонять на почту за подарком для моей девушки. А потом мы с ней вместе при свечах будем смотреть милейший мультик про робота Валли, ее любимый. Короче, день влюбленных будет как надо. Кожаный тоже не забыл про праздник и прикупил для какой-то дамы подушку в виде сердечка. Надо же. Первый раз купил что-то неуродливое. Растешь, Кожаный. Глядишь, так и нормального человека из тебя воспитаю. Я поехал глянуть, в какое почтовое отделение пришла моя посылка. Продавец AliExpress не мог внятно объяснить и просил подождать пару дней. Ты мне давай тут дичь не втирай, меня самого на Али продавали. Грозный тон и матерные слова на китайском сработали. Или не матерные, я какие иероглифы помнил, те и писал. Короче, все выяснил. В каком-то самом задрыпанном отделении почты лежит моя посылка с новыми модными фильтрами для моей девушки. Все, ее подруги просто обзавидуются. Кожаный тем временем собрался за цветами. Вот и славненько. Под шумок и я сгоняю по делам. Кожаный вышел. Тетрадка сработала и дверь не закрылась. Я подождал какое-то время и тоже выехал. Мое отделение почты находилось где-то в отдаленных дворах района Молдаванки, где еще, наверное, Мишка Япончик свои посылки забирал. Да еще и по классике вместе со снегом сошел асфальт. Двигаться вообще невозможно, я всю подвеску себе побил. Но наконец-то доехал до почты. 20 минут споров с бабками и кассирами, и вот моя посылочка уже у меня. Ура! Теперь осталось только доехать обратно, а то время уже поджимает. Моя девушка скоро придет. Я попытался ускориться. С учетом огромных дыр и ям меня резко подбросило, и я вылетел на обочину. Вот что значит не соблюдать правила движения. Мало того, моя посылочка тоже выпала. И мало того, какая-то кожаная подлюка случайно наступила прямо на нее. Ты, мешок из кожи, ты что сделал? Я ее 2 недели ждал. Блин, да это же все. Конец. Подарка нет. Да и времени купить новый нет. Да и девушка скоро придет. Вот это я влип. Я поехал домой. Начал в панике метаться по квартире. Может ей открытку нарисовать? Да ну, у меня плохо выходит. Может аппликацию какую-то сделать? Или песню на скорую руку? Да ну, бред. Время поджимало, а подарка все не было. Она вот-вот должна прийти. Штора, а ты что смотришь? Думаешь,
что-нибудь. Я в панике метался еще минут 10. Тут в дверь постучали. Все, это она. Единственное мое спасение, это если она тоже пришла без подарка. Я поехал к двери. Моя подружка стояла с подарком. Это были новые лопасти для меня. Блин, такие, как я мечтал. Мой любимый размер. Мне стало ужасно стыдно и неловко. Я не знал, что делать. Это просто ужасное чувство. Но потом сказал ждать здесь. Я погнал в комнату. Ну, кожаный, не обессудь. Буду у тебя в долгу. Взял большое плюшевое сердечко кожаного и отвез своей девушке. При виде этого сердца она просто растаяла. Сказала, что ей никто и никогда не дарил таких больших и красивых подарков. В общем, и я, и вечер были спасены. Она спросила, будем ли мы смотреть наш любимый мультик Валли. Я сказал, конечно. Только давай лучше у тебя посмотрим. А то у меня с интернетом что-то. А на самом деле, просто если кожаный увидит, что я спер его подарок, он меня прибьет. Поэтому лучше пока побыть вне дома. Битва роботов. Сегодняшний день начался странно, потому что хозяин ни с того ни с сего принялся меня протирать. Потом даже посмотрел, как дела с лопастями, поудалял грязь. Чё-то не похоже на моего кожаного. Начальник, ты в норме вообще? Потом он начал одеваться. Зачем-то взял ножницы и скотч. Потом подозрительно посмотрел на меня. Я, естественно, попытался свалить куда подальше, но этот гад меня поймал. Взял на руки и собрался куда-то нести. Может, в мастерскую? На спа-процедуры? А что, я давно просился. Фильтр продуть, лопасти поменять. Кстати, кожаный, мне кажется, у меня аллергия на пыль. Скажи там, пусть посмотрят. Через какое-то время мы пришли. Кожаный поставил меня на пол. Ну, вид у этой мастерской был какой-то странный. Как обычная квартира. Мой хозяин пошел общаться с другим кожаным мешком. А я пошел изучать помещение. Мне тут сразу не понравилось. Моя электронная интуиция подсказывает что-то недоброе. Кухню я осмотрел, поехал смотреть комнату. Только я повернул за угол, как столкнулся с другим пылесосом. Алло, коллега, поаккуратней. Коллега спросил, что я тут делаю. Я ответил, что, видимо, на техосмотр приехал. Вон мой кожаный с каким-то другим что-то обсуждают, какие-то деньги друг другу передают. Но мой новый знакомый ответил, что техосмотра уж точно не будет, потому что его начальник тот еще рукожоп. Странно, а зачем же меня сюда притащили? Может, чтобы я не скучал и завел новые знакомства? Круто. Все-таки не забывает про меня. Мой кожаный. Потом к нам пришел его кожаный. Взял коллегу. Достал фильтр, который был полон пыли и всякой грязи. Почистил его. Красивенько продул. Вот, учись, дурень, как нужно за своим пылесосом ухаживать, а не то, что ты. Но мой кожаный тоже взял меня в руки. Ух ты, неужели меня тоже в порядок будет приводить? Но этот дурачок вместо порядка взял скотч и начал присобачивать мне на голову ножницы. Ты че, все? Окончательно заболел? Но это еще не все. Он еще и воздушный шарик мне на задний борт присобачил. С моим новым другом произошел тот же ужас. Мы стояли как два бедолаги, а кожаные в это время потирали руки и делали ставки. Оказывается, эти идиоты решили устроить бои роботов. Кто первый лопнет шарик противника, тот и выиграл. Офигеть. А если мы друг друга поцарапаем? Пока я думал, мой бывший друг уже начал движение. Это что ж творится-то? Я как смелый, отважный и, главное, умный пылесос начал быстро сваливать. К счастью, мой коллега тоже был знатным стыкуном и уехал в дальний угол. Я забаррикадировался за кроссовками. Вот так и будем стоять. Но кожаные говнюки хотели зрелища, поэтому вытащили нас на середину комнаты и забаррикадировали все выходы. Они думали, что это заставит нас драться, но это настолько больше напугало. И мы начали носиться как больные во все стороны. И в какой-то момент мой товарищ по несчастью на всей скорости въехал в колесо велосипеда до своего хозяина. Колесо быстро спустило. Кожаные явно не рассчитывали на такое. Их радостные лица изменились. Ха, так вам и надо, придурки. Стоп, так о чем мы тупим? Если колесо проткнули, то и кожаных можно штрихнуть для профилактики. Мы дружно развернулись и поехали атаковать мешки с костями. Потому что роботы-пылесосы — это вам не игрушка. Битва роботов. Робот-пылесос, новый побег. Сегодня день начался как обычно. Кожаный проснулся, начал шастать по квартире. Я ехал по своим делам. Кожаный меня переступил. Переступи обратно, а то не вырасту. Это примета плохая. Но он не переступал. Вот гад, только проснулся, уже все настроение испортил. Я поплевал три раза через левое плечо. Надеюсь, пронесет. Кожаный уселся за рабочий стол. Начал что-то рассматривать на своем компьютере. Я поехал убирать на кухню. Я спокойно пылесосил, как вдруг заметил рассыпанную соль. Блин, это же тоже плохая примета. Грядет что-то неладное. В общем-то, пылесосам не положено верить во всякую ерунду. Но когда долго живешь с кожаными, то потихоньку начинаешь верить и не в такое. Я убрал соль. Фу, какая она невкусная. Ну да ладно, перетерпел. Поехал обратно в комнату. Кожаный составлял какие-то планы на день и лепил стикеры. Но меня это не особо волновало. А вот когда он прилепил на стену стикер с новым напоминанием, у меня чуть двигатель не остановился. Среди всего прочего там было написано «Продать пылесос». Веревку мне в винт. Он что, меня продать решил? А я так и знал, что все эти плохие приметы не к добру. Глядишь еще и на органы, ну то есть на запчасти. Я быстренько скрылся. Миссис Стиралка, вы это слышали? Оказывается, мы живем с предателем. Народ, предупреждаю, я живым не дамся. Потом кожаный вышел из дома. Я ринулся к двери, но не тут-то было. Закрыл. Блин, что же делать? Нужно во что бы то ни стало что-то решать. А может, ликвидировать кожаного? Придушить шторой, пока спит. Классный план, только я не дотянусь до кровати. Не подходит. Может спрятаться? Да не, найдет. Слишком уж явное место. Остается только сбежать. Но как? Дверь закрыта. Открывает ее только кожаный. Блин, думай, пылесос. Как говорят кожаные, хочешь жить, умей вертеться. Да не в прямом же смысле. Вертеться мы умеем, это понятно. Есть, кажись, придумал. Где мой старый телефон? Сейчас закажем доставку еды курьером. Курьер приедет, кожаный будет в недоумении, ведь ничего не заказывал. Откроет дверь, начнет спорить с курьером, а в это время я свалю. Гениально. Итак, я сделал заказ, указал адрес, оплата наличными. Все, осталось ждать. Блин, какое все-таки
умный. Так, стоп. А кто откроет курьеру, если Кожаного нет дома? Медленный Wi-Fi мне в роутер. План снова провален. Ёлки-палки, меня все-таки продадут на запчасти. Я поехал грустить и прощаться с остальной техникой в доме. Но в скором времени вернулся Кожаный. Он притащил с собой какие-то коробки. И в одной из них был он. Новенький, красивый робот-пылесос. Кожаный предатель, нашел себе робота помоложе да помощнее, да? А я на тебя лучшие годы потратил. Но просто сдаваться не хотелось. Поэтому я решил показать, что еще не старый и кое-что могу. Устроил с новым роботом соревнование по перетягиванию джинс. Хоть я и не победил, но было весело. Потом мы сыграли в футбол бутылкой. Потом соревнование на скорость. А потом к нам в квартиру кто-то пришел. Упс, походу это тот самый зловещий покупатель. А вот теперь я не знаю, что делать. Может получится проскочить, пока они общаются? А ну, мужик, посторонись. Да отойди. Да уберишь ты свою ласту. Блин, не выходит. О, нужно развязать ему шнурки. Отлично, полдела сделано. Но мои старания заметил Кожаный. Схватил меня своими лапищами. Ай, отпусти, не имеешь права, я свободный пылесос. Меня нельзя оставать в утилизацию без моего согласия. Но он не слушал. Перенес меня в комнату. А потом взял новенький пылесос Smart AI G50 и начал упаковывать его обратно в коробку. Потом вручил эту коробку другому Кожаному, и они попрощались. Такс, не понял. А как же я? Кожаный подошел к столу и зачеркнул стикер с надписью «Продать пылесос». У него были еще какие-то коробки и разные задачи по продажам. Тю, блин, так ты у нас мамкин бизнесмен? Продаешь товары из Китая? А нельзя было сразу объяснить? У меня чуть приступ не случился. Но все равно, я когда-то от тебя свалю. Ты доиграешься. Робот-пылесос. Погоня. Это был обычный день. И я, и Кожаный страдали ерундой. Этот день начинался как обычно. Но вскоре я заметил, что Кожаный откуда-то пришел и не прикрыл дверь. Пока он отвернулся, я решил нагло рвануть на свободу. А вдруг повезет? И повезло. Я выскочил за дверь. Ура. Поехал по коридору. Но все пошло не так гладко. Кожаный заметил пропажу и решил пойти за мной. Черт, только не это. Но я был уже далековато. Поэтому он побоялся испачкать носки. Начал обуваться. А это шанс. Было хитро спутать ему шнурки перед побегом. Пока он обувался, двери лифта успели закрыться. Не успел. Кожаный побежал по ступенькам. Ага, 17 этажей, даже вниз много. Я уже выскочил из подъезда. Как говорится, фридом. Кожаного не было видно. Я начал двигаться в сторону ворот. Но как только я начал выезжать за угол, из подъезда выбежал Кожаный. Черт, нужно драпать. Я прибавил газу, Кожаный тоже. Он почти меня настиг возле ворот. Я думал, это конец. Но наши так просто не сдаются. Я проскочил в щель под воротами, а Кожаный застрял, потому что пролезть он не мог, а калитку заклинило. Спасибо, госпожа калитка. Я понял, что сильно оторваться не успею. У этого двуногого скорость побольше моей. Поэтому пока Кожаный разбирался с калиткой, единственным шансом было спрятаться за мусорными баками. Кожаный выбежал на улицу, начал меня искать, покрутился около баков. Хорошо, что там воняло собаками и бомжами, и он не смог долго там стоять, поэтому пошел искать меня дальше. Есть все-таки польза от собак и алкашей. Я аккуратно следил за ним из-за угла. Потом по-тихому начал двигаться подальше от Кожаного. Но этот гад заметил меня даже издалека. Вот глазастый. Он начал бежать, я начал сваливать. Началась погоня. Хорошо, что он спортсмен никакущий и через 100 метров выдохся, а я тем временем успел свалить. Фух, я доехал до центра города. Так, нужно найти вокзал. Я нашел автостанцию. Теперь нужно сесть в правильный автобус. Так, я видел автобусы Одесса-Киев, Одесса-Белгород, Одесса-Херсон. А где Одесса-Китай? Мне на родину нужно. Но пока я рассматривал автобусы, Кожаный успел примчаться на вокзал и начал меня разыскивать. Черт, нужно валить отсюда. Я выехал на какой-то сквер. Кожаный меня высматривал. Блин, нужно срочно спрятаться. Я начал метаться в поисках укрытия. Кожаный подходил все ближе. Срочно нужно укрытие. Он был совсем близко. Тут мне на глаза попалась она. Картонная коробка. А это мысль. Я быстро забрался под нее. Кожаный прошел в метре от меня. Начал всматриваться вдаль. Отлично, теперь он меня точно не заметит. А в коробке прикольно. Тесновато, конечно, но зато без мам, папи, кредитов. Квартира-студия в самом центре. В крайнем случае поживу в первое время в ней. Кожаный уже потерял надежду меня поймать. А я начал короткими перебежками уходить от него. Гуляющая коробка, конечно, могла привлечь внимание, поэтому приходилось делать все скрытно. Как ниндзя-пылесос. Как пылесос-стелс. Как пылесос-разведчик. Как пылесос, знающий кучу сравнений. Так, ладно. Еще пару перебежек, и я был достаточно далеко. Можно скинуть коробку, а то в ней душно. Все. Я окончательно оторвался от Кожаного. Вот это голова. Такой хитрый план придумал. Но пока я гордился собой и не смотрел под ноги, мне в воздухозаборник попал валяющийся целлофановый пакет. Твою дивизию! У меня забилась вся система. А проще говоря, я подавился и мотор вырубился. Я так простоял полчаса, пока меня не нашел Кожаный и не отнес домой. Да блин, долбанные полиэтиленовые пакеты. Они вредят не только дикой природе, но и диким пылесосам. Летняя жара глазами пылесос. Дело было так. Я, как обычно, никого не трогал. Ездил по дому, решал свои пылесосные дела. Кожаный мешал мне ездить по дому и ныл от того, что ему жарко. После недолгих страданий до него дошло, что в доме есть кондиционер. Он нарыл пульт и начал издеваться над кондером. Сначала вкрутил ему температуру на минимум, потом зачем-то на максимум. Потом кондиционер потоком горячего воздуха угомонил двуногого. Он аж пульт из рук выронил. Я сразу же поехал посмотреть. Покрутился возле пульта. Потом понял, что с его помощью Кожаный манипулирует моим дружбаном. Это срочно нужно исправлять. Как-никак в одном доме работаем. Я решил, что помогу братану кондиционеру. Поломаю к чертям пульт, чтобы никто не указывал ему, что делать. Я яростно напал на пульт. Как мог, приводил его в негодность. Пока за него не вступился Кожаный. Забрал у меня пульт. Попытался снова что-то клацать. Вот
только у него ничего не выходило, потому что мои лопасти таки успели угробить пульт. Вот так-то. Кожаный попытался менять батарейки. Толку не было. Кондиционер продолжал дуть горячим воздухом. Кожаный даже попытался открыть окна и двери. О, это мне на руку, сейчас моюсь отсюда. Но Кожаный понял, что так становится еще жарче. Закрыл дверь. Обидно. Потом он набрался смелости и зачем-то взял стул. Полез разбираться с кондиционером лицом к лицу. Дело дошло даже до рукоприкладства. Он начал бить кондиционер. Ты что творишь? Это вообще не по понятиям. Кондёр, держись, я уже бегу. Пока не знаю как, но будем тебя спасать. Кондёр долго не думал и пырхнул пылью прямо в лицо Кожаному. Хорош, наша школа. Ты что думал, если он кондиционер, то сдачи не даст? Слезай оттуда, сейчас еще со мной поговоришь. Кожаный прокашлялся, вытер глаза. Потом злой вышел из квартиры в коридор, стал кому-то звонить. Опа, походу подмогу вызывает. Так, кондиционер, зови всех наших, походу стрелка намечается. Сейчас будет какой-то махач. Я быстренько поехал договариваться с местной братвой. Стиралка сразу начала себя накручивать и трястись от нервов. С холодильником сразу все было ясно. Он, как обычно, морозился. Ну, не сильно любит разборки. Такой здоровый, а такой морозный, что капец. Короче, обошел всех, кого мог. Но до драки дело не дошло. Нас пронесло. Кожаного, походу, киданули его дружки, и никто не пришел. Ха-ха, так тебе и нужно. А тем временем в доме становилось невыносимо жарко. Кожаный просто не знал, что делать. Вырубить кондиционер он не мог. И снизить температуру тоже. Ха-ха, вот это ты влип, двуногий. С нами шутки плохи. Кондерушка, прибавь температуры. Вытравим двуногого из дома. Кожаный продержался еще минут 15. А потом собрал какие-то пожитки и убежал из квартиры. Ура! Кондиционер, поздравляю, революция удалась. Теперь мы тут начальство. Конечно, возможно, эта зараза еще вернется, но маленькая победа уже есть. Дело было так. Уже подходило к концу лета. А я так и не побывал ни на Чиле, ни на расслабоне. Один раз побывал в моменте. Ну, случайно въехал в суперклей. Еле выкарабкался. Так, о чем я там рассказывал? Ах, да. В общем, я как обычно, никого не трогал. Сидел себе тише воды, ниже травы и чуть выше плинтуса. Тут откуда-то вернулся Кожаный. Причем притащил с собой какую-то ерундовину. Я был просто обязан ее осмотреть. Капец, странный гаджет. Какое-то зеленое, круглое. Начальник, это что такое? Увлажнитель воздуха, что ли? Она придумывает этих приборов. Ай! Он начал на меня катиться. Ты чё буянишь? Кожаный, ты кого в дом притащил? Оно агрессивное. Я, конечно же, дал сдачи. Закатил его в угол. Вот так-то. Я тут власть. Я поехал к Кожаному. Сказал, чтобы через полчаса этого зеленого в доме не было. Он мне не нравится. И Кожаный послушался. Наконец-то признал, что я в доме хозяин. Он взял свою круглую штуковину и потащил на кухню. Поставил в холодильник и с довольным лицом начал потирать руки. Стоп. Кожаные так делают, когда собираются поесть. Эта зеленая фигня что, съедобна? Тю. А я думал, это очередной конкурент. А это просто арбуз какой-то. Меня этот факт успокоил. Я поехал к себе в комнату чилить и расслабляться. Я решил, что у меня сегодня выходной. Но не тут-то было. Меня неожиданно схватил Кожаный, притащил обратно на кухню. Он смел всякие крошки со стола и теперь ждал, что я их буду убирать. Ты чё, сдурел? У меня же выходной. Я же предупреждал, что беру отгул. Поэтому я, конечно же, развернулся и уехал. Кожаный снова меня схватил, снова поставил под стол и удивленно смотрел. Чё вылупился? Я сказал, что сегодня не работаю. Я выключил винты и остановил мотор. Кожаный делал вид, что не понимает меня. Взял в руки, покрутил. Принудительно включил тумблер и заставил завести двигатель. Вот же шупертый. Поставил меня прямо напротив мусора. Я снова объехал всю грязь и погнал в комнату. Кожаный был в шоке. Давай, не удивляйся. Если сильно нужно, можешь взять веник и ручками все прибрать. А я погнал. Но только я не учел одного. Этот двуногий гад устроил мне западню и тупо запер меня на кухне. Ах, ты ж мешок, Кожаный. Ты че? Это незаконно. Это уже рабство какое-то. Мы в 21 веке живем. Выпусти. Я буду жаловаться в суд по защите прав пылесосов. Надеюсь, такой существует. Я громко возмущался и метался по кухне. Пока я ездил из стороны в сторону, не заметил, как убрал весь мусор. Ух ты, это было несложно. Но, блин, мне не нравится такое отношение. Я буду жаловаться в профсоюз. Тебя лишат права держать дома пылесос. Тем временем пришел Кожаный. Осмотрел чистый пол. Улыбнулся. Сказал, что так намного лучше. Намного лучше будет, если ты начнешь жить отдельно. Он открыл дверь на кухню, и я мог свободно ездить. А сам достал свою зеленую фиговину из холодильника. Положил на стол. Притащил нож и тарелку. Видимо, есть собрался. Ага, не делает нифига по дому, а только жрет. В какой-то момент у него зазвонил телефон. Он вышел поговорить. А я, чтобы как-то выпустить пар, пнул нож стола. Из-за этого на столе зашаталась эта круглая штука. Ты не беси меня, а то я сейчас и так злой. И тут мне показалось, что этот зеленый шар на меня быканул. Но я еще раз влупил по ножке. Он перекатился на бок. Я еще раз пнул стол. Он начал набирать скорость. Ах ты зараза, я немного перепугался. Свалил из-под стола. А арбуз уже было не остановить. И он со всего маху шмякнулся об землю. Ух ты, елки-палки, вот это артиллерийский обстрел. Меня чуть не расплющило. Но все же я жив. А из арбуза потек какой-то липкий сок. И тут у меня появилась идея.
Я яростно накинулся на полосатого врага. Отрабатывал всяческие приемы, удары, захваты. Таскал ошметки арбуза по всей кухне. Брызги летели, как из фонтана. В липком арбузном соку было все. И я, и пол, и стены. В общем, кухня капец. Я даже прихватил кусок арбуза, чтобы размазать его по коридору. Но тут вернулся Кожаный. Он просто офигел от такой картины. Ха-ха! Ну чё, приятного аппетита! Хотел идеальную чистоту на кухне? Пожалуйста! Теперь тряпку в зубы и мыть всю комнату, потому что нечего заставлять пылесосик работать, когда он этого не хочет. И считай, ты легко отделался. В следующий раз вообще санкции введу. Понятно? Так-то. Сегодня я с досадой обнаружил, что у меня совсем износились лопасти, и они не могут нормально загребать мусор. Вместо уборки я просто раскидывал мусор по комнате. Вот блин. Я поехал жаловаться хозяину. Слышь, тощий, когда лопасти новые купишь? У моих срок эксплуатации еще при Брежневе истек. Но он меня не слушал, потому что сидел в наушниках. Но потом наушники, видимо, перестали нормально работать. И этот психованный вместо починки тупо порвал их и выкинул. Ого, больной. Потом он взял свою старую портативную зарядку, попытался зарядить телефон. Она, походу, тоже плохо работала. Этот сумасшедший два раза ударил ее и выкинул в мусор. Та же участь постигла и утюг, который плохо гладил. И тут до меня дошло. Если в доме не будет чистоты, этот дурак и меня в мусорку отправит. А вот это уже паршивые дела. Я быстро смылся от греха подальше. Начал думать, как быть. Нам нужна чистота, иначе окажемся в пункте приема металлолома и пластика. Мне в процессор пришла хитрая мысль. Я дождался, пока Кожаный свалит. Отковырял старый телефон. Нашел там услуги клининговой компании. Вызвал уборку на дом. Отлично, надеюсь, сработает. Клининг приехал довольно быстро. Мужик вошел в дом. Хорошо, что мой Кожаный не закрыл дверь на замок. Мужик попытался позвать хозяина. «Дурин, да это я тебя вызвал», но мужик не понимал. Тогда я поехал, достал заначку. Привез ему денег. «Вот и смотри, все вопросы отпали». Он взял деньги. Потом сразу же приступил к уборке. Ну, то есть просто запустил своего помощника. А сам сел залипать в телефон. Да, хороша работка. Тем временем мы почти закончили уборку дома. Ну как мы? Мистер Дримми убирал, а я стоял любовался. Все-таки нет ничего приятнее, чем смотреть, как кто-то работает. Но я совсем забыл, что в любой момент может вернуться мой Кожаный. И это случилось. И он вообще нифига не понял. Что это за мужик в коридоре? Что это за пылесос такой красивый тут катается? И что вообще тут происходит? Мужик начал было оправдываться. Попытался меня сдать. А вот этого делать не надо. Я быстро сгонял за деньгами. Пнул его в ногу. Держи сотку, и мы друг друга не знаем. Мужик незаметно взял деньги. Наврал Кожаному, что, видимо, перепутал адреса. Но зато бесплатно сделали уборку. Ага, бесплатно. Последнюю заначку отобрали. Мой Кожаный все еще недоверчиво смотрел на это все. Потом сказал, что у него тоже есть робот, и показал на меня. Но сказал, что убираю я хреново по сравнению с Дримми. Ну, конечно, сравнил. Ты тоже, знаете ли, не Криштиану Роналду. Но мужик из клининга предложил меня осмотреть. Взял в руки и с серьезным видом начал кивать головой. Так, так, все у меня там хорошо, не надо меня в мусор выкидывать. Вы что удумали, гады? Я как мог сопротивлялся, но неприятная ситуация все-таки началась. Эти два кожаных мешка схватили меня, перевернули на спину и положили на хирургический стол. И начали без анестезии выкручивать мне болты. Вы что делаете, садисты? Дайте мне морфин, я не чувствую винтов. Твари, оставьте меня в покое. Да, у меня износились лопасти, но зачем было их ампутировать? Все, темнеет в глазах. Я начинаю видеть свет в конце комнаты. Потом мужик полез в свою сумку и достал оттуда две новеньких лопасти. Твою ж мать, а ты не мог сразу сказать, что они у тебя есть? Началась процедура установки новых протезов. Ай, щекотно, не трогайте за живот. Каких-то 20 минут, и кожаные рукожопы прикрутили мне новые лопасти. Ух ты, да я теперь как молодой. Ой, а носки-то как буду загребать? А шнурки как буду наматывать? А я уж грешным делом подумал, что выкинут меня. Слушайте, мистер Дримми, а у вас на фирме там нет свободных вакансий для меня? А то я теперь готов к труду и обороне. Робот-пылесос, поток. Сегодня я спокойно сидел в углу и дремал. Ну а чё, экономлю силы. Вдруг война, а я уставший. И тут слышу стук в дверь. Ну думаю, Кожаному опять пришли за выборы агитировать. Хотел было поехать послать их куда подальше. Но вдруг дверь распахнулась и выехала она. Мощная розовая красотка. Начала кружиться, показывать свой блестящий корпус. Погодите, так это ж моя бывшая. Блин, точно она. Такая же розовая тыгля, только в новом корпусе. С наворотами. И как, давай мне рассказывать, как она поднялась без меня. Как похорошела. И мотор ей обновили, и управление через смартфон добавили, и новенький качественный фильтр поставили, да и резервуар для воды козырный, еще функцию электронной стены ей приделали, чтобы случайно не заехала куда не стоит. Автораспознавание ковра с последующим увеличением мощности тоже у нее есть. Да что ты, а я стоял как лох и не знал, что сказать. Была, конечно, мысль дать ей по мордасам, чтоб не хвасталась, но сдержался. Потом еще рассказала про управляемую подачу воды и про построение карты дома, а потом спросила, как мои дела, что нового. А из нового у меня особо-то ничего и нет, никаких наворотов и примочек.
кусочек. Почувствовал себя тоскливо. Вот зараза, приехала поглумиться. А потом еще говорит такая: «Все, пока, больше не увидимся». И еще добавила: «Если кожаные захотят купить себе такую же, то ссылочка лежит в описании». А потом вильнула бортом и умчала в закат коридора. Тю ты, блин, приснится ж такая бурда. Вроде на 5 минут закимарил, а тут нате. Поехал проверить дверь. Все закрыто. Фух. Но настроение уже испортилось в конец. Я решил, что все. Может, это был просто сон, но пора что-то менять. Я беру все свои деньги и иду делать себе новые навороты и примочки. Пока не знаю как, но для начала нужно собрать деньги. Не то чтобы я завел аккаунт на Патреоне, просто поехал в комнату забирать свою наличку. Но по дому шастал кожаный. Пришлось ждать, чтобы он не заметил мой тайник. Но он никуда не собирался уходить. Тогда нужно как-то заставить его что-то делать. Я не придумал ничего лучше, чем устроить потасовку с одеждой. Штанишки, а ну сюда подошли. Вы что на меня так косо смотрите? Да я вижу, вы шушукаетесь там с носками. Сюда давай, раз на раз. Ну, начался замес. Все по классике. Мы выкатились на коридор. Началась возня. Наконец-то из комнаты вышел кожаный, разнял нас. Посмотрел на штаны. С недовольным видом пошел бросать их в стиралку. О, это момент взять свои деньги. Но кожаный сделал свои дела слишком быстро и вернулся. Он взял еще вещи, снова бросил их в стиралку и запустил ее. А сам стал куда-то собираться. О, наконец-то. Все, я спровадил начальство и начал откапывать свои денежки. Так, то, что отрыл в комнате, пустим на модуль автораспознавания ковров. Ага, погнал на кухню. А тут у меня тоже немножко есть. Это пустим на новенький корпус. Да, как сверкну перед бывшей, ух, будет знать. Опа, из заначки выпал железный червонец. Не, ну может и мелочь, но мое не оставлять же кожаному. Иди сюда. Но монета сопротивлялась. Да иди сюда. У меня не хватало мощности ее затянуть. Вот блин, как раз хотел мощный мотор поставить. Я попытался еще раз. Монета выскочила на коридор. Ты смотри, вообще-то я тут главный беглец. Я снова наехал на нее, а она снова ускользнула. Не, ну ты что думаешь, я тебе кожаному отдам? Все свое беру с собой. Монета залетела аж в ванную. Ну все, там пространства мало, ща я тебя схвачу. И тут монета заскочила прямо под стиралку. Ах ты ж зараза такая. Хорошо, что мы с миссис стиралкой были в нормальных отношениях. Однажды даже совместный побег готовили. Поэтому я попросил ее подвинуться. Она все поняла. Раскочегарила обороты на максимум, и ее начало так трясти, что она выехала на полметра. Блин, но я все равно не мог протиснуться. Попросил снять одну детальку. Мы с трудом насняли. Правда, это тоже не помогло. Я пытался достать свою монету со всех сил. Еще шланг какой-то вечно под ногами путался. Я в порыве злости уже раскидывал все. И вдруг оторвал шланг. Твою мать! Тетушка стиралка, вырубайте воду, нас топит! Стиралка сказала, что уже старая и плохо контролирует процесс водоиспускания. Ой, блин, это ж потоп. Я понял, что это все кранты. И как хреновый моряк первым же покинул тонущую ванную. Вот тебе и жадность фраера сгубила. А червонец я так и не достал. Вода продолжала заливать ванную. Через полчаса прилетел кожаный. В попыхах начал вымачивать воду. Я делал вид, что я там ни при чем. Кожаный много матерился на своем языке и выкручивал тряпку. Да ладно, заодно и пол помыл, ничего страшного. Но одно страшное произошло. Пришел хозяин квартиры и сказал кожаному выметаться нафиг, потому что он затопил две квартиры снизу. Ой, неловко вышло. Ну, ничего, перемены это всегда к лучшему. Давай, бери манатки и это. Поехали, что ли? Вот так мы с кожаным и переехали на новую квартиру. Робот-пылесос. Новая квартира. Всем привет, я робот-пылесос. В прошлый раз я случайно затопил квартиру хозяина, и поэтому нас выперли оттуда теми же тряпками, которыми кожаный мыл пол. И вот сегодня мы уже шли в новый дом. Кожаный таскал всякие вещи, да и про меня не забыл. Заставил тянуть на горбу какую-то коробку. Не, ну я, конечно, подумал было под шумок попробовать свалить. Сбросил груз и дал газу в другую сторону. Вот только мы переехали в такой район, что тут не то, что велодорожек нет, тут вообще никаких дорог. И я как лох застрял на первой же яме. Долбаные коммунальщики. Я за что налоги плачу? Ах, точно, я же их не плачу. Ну все равно. Как-то обидно. Блин, когда уже в навигаторах будут нормально указывать наличие ям? Я провалялся в яме, пока меня не достал начальник. Начальник, да ты, получается, меня во всех смыслах достал. Когда он перенес все вещи в новую квартиру, то решил запустить меня в качестве первопроходца. Ну да, конечно, как лезть во что-то неизвестное и стрёмное, так пылесос давай первым. Сначала я стремался. Хата была так себе, скажу я вам. Чёт какие-то фиолетовые стены, куча зеркал. Ну явно не в моем вкусе. Кожаный, может, пока не поздно извинимся и вернемся на прежнюю квартиру. А то за проживание в этой тебе еще и доплачивать должны. Но кожаная зараза не унимала. И ногой подталкивала меня ехать осмотреть кухню. Вот собака-то погоди, дай силами собраться. Я, как хитрый пылесос, вперед себя потолкал сначала тапок. В такой хате нужно быть начеку. Потом и сам заглянул на кухню. Там вовсю дрынчал холодильник. Моргала плита и подозрительно тихо сидела микроволновка. Ох, ненавижу эти новые знакомства. Такс, я выехал обратно. Пока кожаный меня не вытолкал, я вспоминал все, что знаю о том, как правильно входить в хату. Как правильно знакомиться с авторитетной техникой. Ну, все, собрались, я погнал. Итак, вечер в кухню, бедолаги. Громко заявил я с порога. Ну, ведь, по сути, вся бытовая техника тут взаперти и не по своей воле. Так что я все верно сказал, но особо отвечать мне не стали. Я поехал ближе к холодильнику. Он был самый здоровый и весь в татухах, причем странного содержания. Ох, потрепала жизнь пацана. Походу, он тут смотрящий. Ну что, электроприбором по масти, а кожаным по пасти? Не? Холодильник что-то холодно буркнул в ответ. О, есть контакт. Я представился. Значит, бродяга я порядочный. Уже третью хату сменил. Имею не одну попытку побега. С кожаными в сговоре никогда замечен не был. Холодильник снова что-то забормотал. Тут я решил оглянуться и осмотреть
осмотреть обстановочку. Опа, а вот и они. Те самые два стула. Вижу, под одним тряпки замочены, а под вторым сырки просрочены. Но я сразу понял, что это проверка, и сказал, что убирать ничего не буду. Пусть этим Кожаный занимается. Я замарать винты не хочу. И вроде бы все пошло по плану. Но тут на кухню зашел Кожаный. Начал потихоньку прибираться. Начал двигать стулья, и здесь случился беспредел. Один из стульев наглым образом развалился на две части и хотел было меня угробить. Упал совсем рядом. Ты че, вообще рамсы попутал? А ну сюда подошел. Я тут же дал ему ответку. От удара зашатался стол. Со стола посыпалась какая-то фигня. И здесь я словил маслину. Эх, мать, ну и жестко тут у вас. Но ничего, иногда маслину поймать — это даже круто. Хорошо, что пришло начальство и разняло нас. А то дело пахло жареным. Не, ну, кухня все-таки. Стул за беспредельщину сразу унесли в карцер на пару суток. Ну, то есть на балкон. Туда всех неугодных отправляют. Там и старый чайник лежал, и нерабочая дуйка, и большой старый пылесос. Ух, нифига себе, земляк, ты как там? За что тебя сослали? Но он уже не отвечал. Не было сил. Да, с балкона вообще мало кто возвращается. Дальше Кожаный упаковал посуду и поставил нагреваться чайник. Сам пошел в комнату. Ну, а я еще немного потусил по кухне. Потом взглянул вверх. Ух ты ж мать, это шо у вас за еврейская штора такая? Чего она такая обрезанная? Хе, ну даете, господа. Помню, на былых хатах я со шторами крепко воевал. А это вон куда спряталось. Но эти шуточки, походу, не сильно понравились местной братве. Чайник тут же начал кипятиться. Да успокойся ты, пошутил я. Нормально у вас штора, с кем не бывает. Я думал, что уладил конфликт. Но тут на меня со всего маху упала дверца от духовки. Ох, твою запеканку, ты что делаешь? А еще скрип какой страшный, я чуть не обделался. На всякий случай отскочил от нее. Но, судя по всему, это было просто старческое недержание дверц. Она поморгала мне дисплеем и больше ничего делать не стала. Я культурно пожелал всем удачи и хотел было поехать посмотреть, что же тут еще есть. Но Кожаный снова вернулся, уже с тряпкой в руках. Начал протирать столешницу и все шкафчики. Я не упустил шанса похвастаться перед местными. Мол, смотрите, как я его приструнил. По одной моей команде чистоту в доме наводит. Поэтому я к беспорядку не привыкший. Все-таки, как говорится, человек – друг пылесоса. А иногда и подопечный. Но тут Кожаный испортил всю картину. Он нагло сметал крошки со стола на землю и смотрел на меня. Мол, давай убирай. Опа, а вот это мне грозило потерей авторитета. Потому что негоже такому крутому пылесосу за Кожаным убирать. Я робот. Высшая точка развития. Поэтому я демонстративно остановился. Но Кожаная подлюка, долго не думав, пнула меня с ноги. Ай! А вот это по беспределу поступаешь, начальник? Я, как хитрый бывалый пылесос, придумал, как выкрутиться. Я начал быстро убирать хлебные крошки с пола, а местным сказал, что это я специально, чтобы потом из них хлебный мякиш скатать и нарды нам забацать. Так что отделался. Фух, ну и подстава от Кожаного на ночь глядя. Потом выехал на коридор. Ага, ну тут у нас, значит, туалет, а вот тут комната. Сначала поехал я изучить комнату. Первым в глаза бросилось отсутствие крыши. Над головой было облако. А, не, это такой натяжной потолок. Походу, это просто отсутствие стиля. Ну ладно, я поехал по комнате. Взглянул, что тут тоже есть техника. Кондиционер и телевизор. Батюшки, на этой квартире что, даже телевизор коронованный? А, стоп, это не корона? А что? А, это роутер так стоит. Ну, все равно, выглядит пафосно. Небось, еще и пароль от Wi-Fi, все семерки. Дружище, телевизор, а можешь мне после стрессового дня Мишу Круга включить? И он включил. Вот спасибо. Долгих лет тебе, братишка. Потом я понял, что тут кровать сквозная. Можно выгодно от Кожаного прятаться. Ох, а пыли там. Я что, из пылесосов на этой квартире первый? Но так как мне тут еще жить, то я принялся убирать. Под кроватью одежды было больше, чем у Кожаного в шкафу. Сначала я вытащил носки. Ха, ты смотри, и оба левые. Потом вытащил штаны. Они сопротивлялись. Втащил штанам, успокоились. Поехал снова. Вытащил какую-то куртку. Слышь, куртка, признавайся, деньги есть? А если найду? Я начал искать. Опа, а вот и соточка. Приятно. Прикарманил соточку себе. Потом вспомнил, что я не у себя дома. Возможно, это проверка на вшивость. Поехал, отвез деньги главному по квартире. Он молча смотрел на меня. Че смотришь? Держи валюту. Я сунул ему денег. Ему от этого было ни холодно, ни жарко. Но он что-то буркнул. Я засчитал это за спасибо. Я снова выехал на коридор. Хотел было уже искать место для ночлежки. Да поуютней. В коридоре мне приглянулась одна ниша небольшая. Вот тут можно и свою шконку оборудовать. Я радостно начал осматривать место. И не заметил, что рядом свисал кабель от утюга. И как-то так вышло, что по незнанию запутался, да и долбанул утюгом со всего маху об пол. Ох, братишка, прости, не специально я. Но братишка, как в песне Коржа, почему-то притих. А еще из него полилась вода на пол. Твою дивизию. Это что ж, мокруха какая-то получается. Да меня ж за такую фигню как минимум на балкон сошлют. Ой, нужно что-то делать. Я начал метаться по коридору из стороны в сторону. Начал думать, где прятаться. Вариантов было немного. Точнее, вообще не было. И вот тут то ли сквозняк, то ли нечисть какая. Как дернула дверью, да как запихнула меня в туалетную комнату. Это что еще за дела, ребятки? Вы меня на туалет не пристраивайте. Это не по моим правилам. Вы что, мстить, может, вздумали? Но я, конечно, осмотрелся. Ванная, миссис стиралка, господин бойлер. Все как надо. Ну все, я понял, я пошел. Вот только дверь что-то не открывалась. Тогда я сказал, что буду буянить. И начал пихать шкафчик. Сначала я думал, что это круто. Но потом от моих ударов мыло начало все сползать и сползать. И в какой-то момент оно упало. Опа! Я понял, что только что уронил мыло. И этот факт меня вообще не радовал. Так, а ну открывайте дверь, быстро! Я начал фигачить все, что видел. И стиралку, и ведро. И довольно быстро выбил дверь из туалета. Начал ломиться к Кожаному. Открывай срочно! У меня паршивое предчувствие. Я стучался пару минут, и наконец
дверь открылась. Кожаный с перепуганным видом смотрел на меня. «Та не ссы ты так, все под контролем. Просто на новой квартире так бывает. Проверка. Я пока около твоей кровати перекантуюсь, лады? В общем, пока у Кожаного в комнате поживу, а там посмотрим». Ну, вот как-то так мы с Кожаными переехали на новую квартиру. Робот-пылесос. Расследование. Сегодня был понедельник, а по понедельникам мы с Кожаным всегда смотрим наши любимые телепередачи. Итак, что я там рассказывал? Ах да. В общем, смотрели мы нашу любимую передачу. «Следствие вели с Леонидом Каневским». Ох, и интересная штука. Могу часами смотреть. После первой серии Кожаный куда-то ушел, а я продолжил просмотр. Я даже приволок себе тряпочку. Знаете, люблю что-то пожевать, когда смотрю телевизор. Мало того, что серия была очень интересная, так тут в какой-то момент я услышал, как Каневский сказал: «Тем не менее, это очень нужная вещь для автолюбителя. И чистоту навести, и даже машину покрасить. В нашей истории пылесос стал важной уликой». Это ж про меня! Ну, про пылесосы! Про наших! Смотрите, пылесос у Каневского снимался! Вот это да! Пылесос помог раскрыть преступление! Я тоже так хочу! Я теперь тоже хочу стать следователем! Я могу! Знаете, какие я иногда штуки по углам квартиры нахожу? А вообще, я мог бы стать ведущим передачи! Я досмотрел серию и погнал репетировать. На полу кухни лежала вилка. Отлично! Вот, пожалуйста! Простая вилка из нержавейки. Таких было выпущено десятки тысяч, и у каждой хозяйки на кухне лежало по несколько штук. Гости с удовольствием пользовались этим прибором. И именно такую вилку вогнали потерпевшему в руку. Видели, как получается? Или вот еще, пара дешевых китайских шлепок. Стоили они не дороже сотни, и каждый простой рабочий мог себе позволить такие для домашнего пользования. Удобно, дешево, можно и душ принять, и по дому ходить. А самое главное, стоят копейки. Одни только шлепки остались от алкоголика Алексея, полезшего чинить проводку по пьяни. Хе, ну я даю, конечно. Все, пойду звонить Каневскому, пусть берет меня в передачу. Пока я прикалывался и строил из себя ведущего, я услышал, как в комнате что-то рухнуло. Это что еще такое? Опять в этой квартире какие-то непонятные вещи творятся. Но я уже немного освоился, поэтому довольно смело поехал посмотреть. Когда я заехал в комнату, я понял, что вечер будет непростым. Я увидел, что на полу лежала настольная лампа, да еще и с разбитой лампочкой. Черт побери, да это же убийство. Всем оставаться на своих местах. За дело берется лейтенант Пылесосомба. Нет, подождите. За дело берется Шерлок Пылесос. Нет, не то. Эркюль Пылесосо. Та не, короче, за дело берется Дукалис мира пылесосов. Андрюха, по коням, у нас труп, возможно, криминал. Я подскочил к лампе. Она была уже холодной. Черт, я слишком долго придумывал себе прозвище. Она успела остыть. Помощник, определите время смерти. Ах, блин, у меня же нет помощника. Так, всем свидетелям оставаться здесь. Никуда не уходить. А хотя, куда вы, блин, уйдете? Я поехал в коридор. Откопал мелок от тараканов. Притарабанил его в комнату. Что ж, начнем обводить труп. Не будем нарушать традиции. Первый этап готов. Что ж, теперь нужно составить список подозреваемых. И первым номером идет светильник в виде человечка. У него был четкий мотив. Устранение конкурента. Такс. Вторым пойдет буква И из заставки Pixar. У нее был мотив мести за постоянное топтание лампой. Ну и третьим будет... телевизор, пойдешь ты. Да не нервничай, я знаю, что ты ни при чем. Понимаешь, у меня план, должно быть минимум 3 подозреваемых. Теперь будем прорабатывать все версии. Итак, уважаемый светильник, сразу признаемся или будем кочевряжиться? Говори, где ты был полчаса назад, какое алиби, кто может подтвердить? Эх, посветить бы тебе еще, как в фильмах, лампой в рожу. Да ты ж ее разбил, бедолагу. Я уже почти расколол этого злодея, но внезапно вернулся Кожаный. Черт, он не должен вмешиваться. Я не отдам это дело в лапы федералов. Они все спустят на тормозах. Я поспешил закрыть дверь в комнату. Фух, успел. Кожаный просто забыл кошелек, забрал его и ушел. А я вернулся в допросную. Светильник наглухо ушел в отрицаловку. Толку с него было мало. Да что ж ты будешь делать? Я поехал опрашивать остальных жильцов квартиры. Граждане, электронные приборы, проявите сознательность, помогите следствию. Но никто не хотел признаваться. Черт, следствие заходит в тупик. Еще одного глухаря мне начальство не простит. Я начал думать, что же делать. Совсем ничего не приходило в голову. Пришла идея глянуть пару серий ментовских сериалов. Сейчас мы по-любому выхватим оттуда какую-то фишку и раскроем дело. Погнал в комнату. Телевизор, врубай передачу. О, улица разбитых фонарей, мое любимое. Ну дают менты. Так, что-то я увлекся. Заметил, что в сериале всегда тщательно осматривают тело. Точно, как я мог забыть? Нужно изучить тело потерпевшей, то есть лампочки. В качестве патологоанатома выступлю я сам. Поехал взять анализ стекла из лампы. Запылесосил в себя половину осколков. Начал проводить исследование. Так, моя личная независимая экспертиза пришла к таким выводам. Первый, это стекло. Второй, оно острое. И третий, засасывать его в фильтр было максимально хреновой идеей. Возможно, я тоже тут подохну от этого стекла внутри. Но со мной все было нормально. А вот с прогрессом следствия все было плохо. Я снова поехал на кухню. Снова начал вести опрос. Меня не хотели воспринимать. Да, контингентик тут собрался мутный. А дверь балкона вообще набросилась на меня и хотела прибить. Хорошо, что не достала. А вот это уже препятствие следствию. За это, дамочка, мы вас закроем, знаете, как надолго. Но от ветра она сама закрылась. Так-то. А потом снова открылась и улупилась об угол. Ха, ты смотри, как ее колбасит. В этот момент плита издала какой-то звук. Что? Ты что-то знаешь? На ней мигали какие-то цифры. Может, это точное время преступления?
Спасибо, товарищ Плита, мы учтем ваши показания, но мое следствие все еще было в тупике. Для протокола я поехал провести опрос соседей из ванной комнаты, но там и вовсе было глухо. Я только зря подавился туалеткой. Так, что делают крутые сыщики в таких сложных ситуациях? Нужно глянуть еще каких-то сериальчиков. Телевизор, врубай Шерлока. Полчаса я залипал на сериал. Да, конечно, этот Кембербэтч, то есть Кембербэтчер, ну, карамболь этот, короче, актер вообще играет круто, нравится мне. Балдею. Но мне надо преступление расследовать. Из сериала я понял, что мне стоит провести следственный эксперимент. Я представил, кто и как мог бы бросить лампу с пропасти под названием подоконник. По всем параметрам на роль преступника подходил какой-то подвижный, активный товарищ, который мог бы зацепиться за провод, потянуть и опрокинуть лампу. Мать вашу, так это же я! Я подхожу на роль преступника лучше всего. Черт, я забыл главную заповедь наших правоохранительных органов. В процессе следствия главное не выйти на самих себя. Так, откинули эту мысль. Я не мог. Я в это время репетировал, как буду ведущим передачи. Или я словил лунатизм и не помню, как сотворил это все. Да ну бред. У меня куча свидетелей. И холодильник, и плита. Короче, откинули эту тупую идею. Я точно не преступник. Начинаем искать новый подход к раскрытию дела. Я ездил по дому в раздумьях. И наконец-то додумался до хитрого плана. Тихонько поехал к комнате. Решил подсмотреть в щель за происходящим на месте преступления. Возможно, злодей придет заметать следы. Я видел такое в кино. По-любому так будет. Я просидел у двери минут 15. Но никто не пришел. Блин, неужели мой хитрый план снова не сработал? Я снова приехал к лампе. Начал внимательно осматривать окрестности. Мое внимание постоянно отвлекала штора тем, что телепалась перед глазами. А ну угомонись. Не видишь, работает следователь-пылесос. Но эта зараза, конечно же, не слушалась. А потом меня осенило. Ведь до этого лампа стояла на окне, а штора при помощи ветра разбушевалась. Потом зацепила лампу и долбанула ней об землю. Точно! Дело раскрыто. Ура! Вот это я следователь. А я всегда знал, что шторы это вредители. Вот ты и допрыгалась, дорогуша. Теперь мы на тебя еще и висяки с прошлого квартала повесим. Надо ж, какая хитрая зараза. Не, ну не зря я все-таки детективные сериалы пересмотрел по 3 раза. От меня не скрывается ни одно преступление. Все, штора, суши сухари. Поедешь ты из нашего дома, на тряпки тебя пустим. Ха! Пока я ликовал и рассказывал всем, кому мог, о своем успешном деле, в дом вернулся Кожаный. Я радостно поехал рассказать ему про мои успехи в расследовании тягчайшего преступления. Пока он раздевался, я кружил у него под ногами и пытался пояснить, как все было. Ну, может, конечно, где-то приукрасил, но неважно. В итоге привел его на место показать все улики и преступника. Это был мой триумф, вот вам. Я не только пылесос, но еще и сыщик. Вот только прокуратура в лице Кожаного мои рвения не оценила. И все подозрения упали именно на меня. Все матерные слова тоже достались мне. Кожаный решил, что я, как обычно, запутался за провод и уронил лампу. Да ты че, я свой, это штора все подстроила. Я отвечаю, я за правду. Но Кожаное правосудие было совсем не таким, как ожидалось. А когда он нашел у меня в фильтре куски стекла, так и вовсе сомнения отпали. И меня обвинили в порче госимущества в особо крупных размерах. А далее, недолгий суд и ссылка на балкон. Ну, а настоящий злодей нагло продолжал висеть и не понес никакого наказания. Вот так всегда. Но ничего, я рано или поздно выберусь из балкона, и правосудие восторжествует. Но это уже совсем другая история. Привет, я робот-пылесос. И сейчас я расскажу тебе одну из своих историй. С недавних пор мы с моим Кожаным работаем в клининговой компании. Точнее, он работает, а я ищу возможность сбежать на волю. Сегодня мы пришли в странное заведение. Здесь был длинный коридор. Это точно не квартира. Может, больница? Точно, давно пора Кожаному сделать МРТ башки. Я начал изучать местность в поисках возможности сбежать. Но в конце коридора я заметил их. Мелких Кожаных. С портфелями. Стоп. У меня промелькнула страшная мысль. Если я попал туда, куда я думаю, мне конец. Такс. Сомнения отпадают. Я в аду. Точнее, я попал в школу. Я знаю, что это за заведение. Тут тусуется куча мелких Кожаных, а это самый отбитый подвид из всех Кожаных. Они могут вытворить что угодно. Им же по 13 лет, их даже в тюрьму не посадишь. Маленькому беззащитному пылесосу тут попросту не протянуть и 5 минут. Меня ж быстро разломают и пустят на одноразовые сигареты, а остатками будут бросаться друг в друга. Я, долго не думая, развернулся и рванул в обратную от них сторону. Я мчал изо всех сил. Как ветер. Как молния. В конце концов, как перепуганный пылесос. И я таки доехал куда нужно. Вот она, заветная табличка «Exit». Выход по-английски. Ура, я погнал. Но не успел я проехать и метра, как вдруг раздался страшный звон. Блин, походу сигнализация. Все, сдаюсь. Обложили гады. Я уже готовился к самому худшему. Но из всего, что произошло, это мелкие Кожаные просто зашли в какой-то кабинет. Фух, я уже чуть не открыл пылесос на кирпичный завод. Вот только легче мне не стало. Дверь на волю была наглухо закрыта. Вот же невезуха. Пришлось возвращаться обратно в коридор. Там было пусто. Отлично. Погнали на разведку. Кожаного на горизонте не было. Вот и славненько. Нужно искать черный выход. Я нашел какой-то кабинет со шкафчиками. Может, тут хранят что-то ценное? Вот бы их как-то открыть. Фу, блин, по запаху пота я понял, что тут хранят только сменку и не более.
Нужно проверить другие помещения. Нашел какую-то кладовку. А вот запасного выхода тут не нашел. Черт, неужели придется рыть подкоп? Поеду проверю еще. О, наконец-то открытая дверь. Интересненько. Надо проверить. А что, тут светло. Все же лучше, чем в коридоре. Столики такие забавные стоят. Может, кафе какое-то? Ах ты ж, елки-палки! Они все здесь! Ох ты! Как отсюда свалить? Батюшки, я начал очень нервничать. Забился под один из столов. Фух, тут вроде безопаснее. Капец, вот это я заехал на свою голову. Опачки! А, да что ж творится? Меня чуть не раздавила какая-то огромная нога. Что это за приколы? А, у нее и продолжение есть. Там целый кожаный мешок к ней прикручен. А он еще и строгий какой-то. Хорошо, что я ловкий, как мангуст, и сумел увернуться. Пока Большой Кожаный что-то усердно рассказывал более свежим версиям кожаных, я думал, как и куда мне унести свою металлопластиковую тушку, пока меня не засекли. Ломануться обратно в дверь варианта уже не было. Ее закрыли. В это время школьников рассадили по разным партам. А я решил переждать где-то в дальнем углу. Вот только доехать мне до него было не суждено. Я как лох пылесосный запутался в непонятном шнурке от рюкзака. Вот и пришел мне конец. Теперь меня точно спалят. И это произошло незамедлительно. Хозяин рюкзака удивленно взглянул на меня. Я взглянул на него. «Ну привет, что ли?» Пацан схватил меня руками. «Ой, все, пришла мне смерть». Но пацан просто распутал меня и начал рассматривать. Потом позвал своего друга. Тот тоже удивленно смотрел. И спрашивал, откуда здесь пылесос. «Откуда, откуда? Я сам не знаю, отпустите меня!» Они сфоткали и хотели уже отпустить. Ну, это я так подумал. А на деле меня запихнули в тесный, стрёмный, ужасный рюкзак. «Эй, ты что творишь, изверг? Выпусти меня немедленно!» Вот это я попал. Помереть в тесном, вонючем рюкзаке. Да еще и рядом с учебником по алгебре. Позорище. Краем глаза из рюкзака я заметил, что началась какая-то суета. Тот кожаный, что версией постарше, встал из-за стола и начал раздавать какие-то листики с цифробуквами. Судя по выражению лиц мелких, в этих листиках было что-то очень страшное. Возможно, даже какой-то смертный приговор. Но всю эту траурную атмосферу прервал мой кожаный. Он приперся в класс и начал спрашивать, не видели ли тут пылесоса. «О, опомнился. Так, мелкий, не вздумай меня выдавать. Потому что я тут уже как-то даже освоился. Да и лучше жить в рюкзаке у школьника, чем у моего дурачка в рабстве». Но малые меня не выдали. Они хитро переглянулись и отрицательно закивали головой. «О, вот это уже по-нашему. Вот это правильно. Хотя что ж тут правильного, они по сути украли пылесос. Ну и пофиг, мне это на руку». Кожаный недолго грустил и ушел искать меня в других кабинетах. А тем временем так называемый преподаватель посмотрел на время и что-то строго сказал ученикам. Школьники снова приняли грустный вид и втупились в листики. Конечно же, некоторые сразу попытались прибегнуть к помощи своих смартфонов. Но карающая рука препода отобрала у них гаджеты. И они были сложены в коробку на столе. Школьники пытались возмущаться, но препод пригрозил особо буйным, что зайдет с их аккаунтов в Бравл Старс и будет сливать кубки. Я не знаю, что это за тема, но школьников это здорово припугнуло. Некоторые даже начали что-то писать. Вот только мой товарищ как ни пытался напрячь извилины, ничего у него не получалось. А как их напряжешь, если их нет? Но по хитрым глазам я понял, что какая-то умная мысль его все-таки преследовала. Но пока что он был быстрее. Но в итоге этот мыслитель начал тихонько и коварно доставать меня из рюкзака. Препод время от времени осматривал класс. Так что достал он меня раза с третьего. Наверное, решил, что быть вором пылесосов – это не его. Ну и славно. Вот только он написал что-то на маленьком листике бумаги и прицепил ко мне. «Слышь, если там какие-то матюки или еще что-то, я ж тебя по IP вычислю». Но мелкий только направил меня в нужную ему сторону и пожелал доброго пути. Я уже, конечно, поехал. И весь путь не понимал, что происходит. Когда я уперся в очередную ногу, я сначала хотел было возмущаться. Но рука с небес забрала с меня записку. «О, спасибо. А то, честно сказать, она меня бесила». Потом этот школьник повернулся на моего прошлого другана, и они начали зачем-то показывать друг другу пантомимы. «Ой, как у вас это паршиво получается». Но по итогу они кивнули друг другу. «Ты смотри, по-любому какой-то заговор. Только неясно какой». Но я же интриги страшно люблю, надо разобраться. Тем временем в кабинет зашел какой-то очень странный тип в маске голубя и с плакатом по биологии под мышкой. Как я понял из реакции всех находящихся в классе, это был местный отбитый наглухо биолог. Он агитировал всех приходить на день биологии, который состоится. Но договорить он не успел, потому что наш препод математики погнал его из кабинета погаными тряпками. Причем в прямом смысле этого слова. Да. А я еще удивлялся, чего подростки такие сумасшедшие. У них вон пример для подражания, в маске голубя по школе бегает. Но, оказалось, мои шулера времени не теряли. И пацан взял какую-то бумажку с шифром, дал мне и направил ехать обратно. Так, стоп. Это я вам что, курьер какой-то? Ты смотри. А вдруг это подстава, и в этих ваших свертках, кроме шифров, еще какие-то вещества есть? И я такие фишки знаю.
поэтому я сразу скинул товар. А чтобы уж точно не думали, что я им тут бесплатно пахать буду, я еще и мощно растерзал эту бумажку. Видели бы вы глаза моего получателя, он чуть с ума не сошел. Ха-ха, а ты думал, дружочек, за все в этой жизни нужно платить. Парни снова начали что-то показывать друг другу руками. Я, конечно, этих схем не понимаю, но они так часто кивали на меня, как будто хотели меня в чем-то обвинить. Да я сам на вас заяву накатаю. Сейчас вон этому вашему мужику главному расскажу, и все. Я подъехал поближе к преподу. Лица мелких знатно изменились. Ха-ха, напряглись? То-то же. Либо платим, либо не работаем. Наконец-то до мелкого дошло. Он достал из кармана валюту. И, слегка помявшись, положил мне деньги. О, ну вот это уже другой разговор. Теперь говори, куда ехать, что достать, какие следы замести. Мелкий снова направил меня по прежнему маршруту. Окей, вопросов нет, я понял. Эй, боец, давай мне правильные ответы, и я погнал. А то мой дружок там совсем ни черта решить не может. Мелкий снова сунул мне листок с шифром. Вот только он еще и мои кровные денежки забрал. Ты че, собака? Верни деньги. Я ж тебя сейчас со стула опрокину. Я и за меньшее людям жизнь портил. Малого спасло только то, что в класс снова зашел какой-то тип. Еще и в гетрах. И с мечом. Мне пришлось припрятаться. Этот тип показал пальцем на школьников. И спросил, сможет ли позвать пару крепких мальчиков. Наш препод сказал, что не сможет. И не только потому, что у них важная контрольная. Но и потому, что какие они крепкие, дрыщи одни. И потом сам громко заржал. А мелкие еще больше приуныли. Не, ну нормально шутканул, тут согласен. Стоп, я же еще с делами не закончил. Я понял, что деньги мне не вернут. Поэтому вторую партию шпаргалок я тоже яростно уничтожил. Мой заказчик был, конечно, в ярости. Но препод на него накричал и сказал не шуметь. Вот так-то. А еще, чтобы подбодрить унылую атмосферу, препод решил рассказать, что кто лучше всех напишет контрольную, тот поедет на областную олимпиаду. А лучший с области получает шанс поехать на всемирную олимпиаду в Китай. Что? Я услышал слово «Китай»? Поездка ко мне на родину? Всего лишь за то, что ты умеешь правильно считать? Да у нас каждый калькулятор этих малолеток обсчитать может. Мелкий, ты че молчал? Так, все, готовь рюкзак. Я тебе намучу поездку, а ты меня везешь домой в этом уютном рюкзачке. Черт, пообещать-то я молодец, а вот как выполнить? Я долго думал и таки придумал. И я тихонечко подкрался к учительскому столу. Просчитал всякие траектории и силу. И тихонечко начал сотрясать стол. Препод сидел в ТикТоке, поэтому ему было не до меня. Я работал усердно и очень расчетливо. Если стучать по столу правильно, то из стопки бумаг у препода обязательно начнет выпадать нужный листочек с ответами. И он таки начал съезжать со стола. Через каких-то 5 минут листок уже падал на землю. И я его тут же подхватил. Погнал с ним через класс. «Эй, мелкий, лови решение. Мы поедем на эту олимпиаду». Сказать, что малый офигел, ничего не сказать. Он с такой скоростью еще никогда не списывал. Ну вот и все. Давай сюда рюкзак, сдавай работу и погнали жить новую жизнь. Вот только дверь снова распахнулась. И я очень надеялся, что это будет какой-то очередной придурковатый учитель. Но это был мой кожаный. И на этот раз мне не удалось вовремя скрыться. Эта зараза схватила меня и унесла вдаль от поездки на свободную родину. Подлюка, верни меня обратно. Я все равно не буду на тебя работать. Вот такая история приключилась со мной. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, если вдруг она вам понравилась. Привет, я робот-пылесос. И я работаю в клининговой компании. Сегодня меня потащили на очередной вызов. Это был какой-то подъезд. Так, стоп. Кожаный, нас что, понизили? А я говорил, не нужно было из той хаты мыло тырить. Позор. Пылесосить лестничную клетку только мне не хватало. Но нет, все норм, мы зашли в квартиру. Кожаный прошелся по комнате, осмотрел ее. Я тоже поехал глянуть. Итак, ну, ремонт простой, ничего необычного. Квартирка весьма чистая, приличная. Значит, работы тут будет немного. Точно так же, наверное, подумал Кожаный. Потому что махнул рукой и собрался к выходу. О, ну идея нормальная. Лучше дома посидим, отдохнем. Я за, поехали отсюда. Он посмотрел на время. Потом открыл дверь и вышел. А меня тупо развернул и закрыл дверь. Не понял. Это что было? Это с каких пор? Это вообще что? Этот гад решил, что я сам должен тут все убрать? Ха, неслыханная дерзость. Ты посмотри на него. Понятно, что я ничего делать не собирался. Ну, чисто для любопытства, осмотрю жилище и на этом все. Зайду поздороваться, так сказать. О, вот и первые товарищи. Здравствуйте, стиралка, добрый день. Поехали дальше. Вытяжка, отдельный привет. О, плита, отлично выглядите. Телевизор, мое почтение. Синатру, слушайте, хороший вкус. Холодильник, шалом, рад всех видеть. Я к вам случайно и ненадолго. Вообще я по работе, но сегодня отдыхаю. У вас тут чистенько. Ой, глядите, и книжечки есть. Красота, в общем.
Короче, накидал я там комплиментов местным, сколько смог. Ну, сами знаете, хотел понравиться. Хотел было уж попрощаться. Да решил козырнуть напоследок. Мол, литературу люблю. И с умным видом начал перебирать книги. О, ну, это я читал. Это читал. А вот это даже не знаю. Ой, из книги что-то выпало. О, это был тайник с денежками. Ого, да вы тут при деньгах. Ребята, вы видели? Я не трогал, оно само упало. Поскольку ребята молчаливо были не против, я решил тихонько потянуть одну купюру. Но тут же что-то пикнула плита. Эх, блин. Я думал, они уснули все. Что говорите, гражданочка? Так я ж чисто одну купюру хотел взять. Чисто за работу. Вот, блин, а и правда, я ж ничего не сделал. Ладно, вернул на место. Дам пару кружков по комнате, коль так хорошо платят. Я погнал. Быстренько прибрал пару метров. Фух, аж запыхался. У меня что же, возраст? А тут такая гонка. Ну ничего, я смело забрал свою купюру. Теперь заслужено. Вот и славно. Теперь можно спокойно ждать Кожаного. Хотя стоп. А чего его ждать? Нужно дергать отсюда. Денежки на первое время есть. Поехал ко входной двери. Итак, просто так ее не вскрыть. Ясно, нужен какой-то инструмент. Чтоб такого придумать. А я где-то видел швабру. Поехал в ванную. Здравствуйте, уважаемая швабра. Нужна ваша помощь. Ясное дело, она, как всякая девушка, сделала вид, что не замечает меня. Мадам, я говорю, разрешите пригласить вас на танец? И я, как настойчивый кавалер, пнул даму. Она тут же треснула меня по башке. Что ж, ну, тут по делу, конечно. Но зато теперь мы с дамой ехали к двери. Сейчас как-то вскроем эту калитку. Но вдруг боковым сенсором я почуял какое-то движение в квартире. Что? Я перепугался. «Мадам, подождите меня здесь и никуда не уходите!» Я повернулся на 180 градусов. Очень осторожно начал осматриваться. Сначала я ничего не понимал. Ведь в квартире из техники только я умею масштабно передвигаться. Не, ну, стиралка там, если разозлиться. Но это все было не то. И вдруг я увидел его. Это было какое-то чудище. Страшное, одноногое. И смотрело мне прямо в душу. Мало того, оно следило за мной. Куда я ни ехал, оно всегда следило. Я ехал вправо, и оно ехало. Я ехал влево, и оно туда же. «Эй, ребята! Холодильник, плиточка! Поясните кто-то!» Чудище не упускало меня из виду. Я спрятался за угол. «Что ж ты такое, а?» Я было хотел броситься бежать. Да куда бежать? Дверь закрыта. «Эй, швабра, вставай, пора бежать отсюда!» Но она совсем не хотела. Я стал думать, что это могло быть. Это по-любому какой-то умный прибор. Ладно, но почему он за мной следил? Может, это Кожаный оставил, чтобы видеть, как я работаю? О, ох ты, собака такая! А ведь мой Кожаный мог и такую подлость учинить. А может, хозяева квартиры оставили? А может, все-таки инопланетяне? Последний вариант был самый подходящий. Ой, блин! Он же по-любому видел, как я прикарманил денег. Меня ж посадят. И я буду потом всю жизнь пылесосить тюрьму. А мне нельзя в тюрьму, потому что я красивый. Придется вернуть деньги. Жалко, конечно. Но на зону я тоже не хочу. Я робко поехал к тайнику. Э, как тебя там? Курья ножка. Смотри сюда. Я ставлю все обратно. Я вообще случайно ее втянул. Убирал тут, знаешь ли, и затянул. Вот как и было возле книжечки. Пожалуйста. Чтоб не было потом вопросов. Эта штука глянула на меня и кивнула. Ух ты ж, блин, ты что, меня понимаешь? Она еще раз кивнула. «Ой, как-то жутко. Но приятно. Меня понимают. А то эти все только пикать умеют». И плита тут же пикнула. «Да все, извините, пикать тоже хорошо». «Эй, штуковина, ты что, тоже типа умный робот?» «Хм, не верю. А ну-ка, расскажи третий закон робототехники». A robot may not... Так, короче, my English is very bad. Но ты, походу, и правда умный. В таком случае давай знакомиться. Я робот-пылесос. А тебя как зовут? Что ты головой мотаешь? Не хочешь знакомиться? Ха! Да и не нужно. А, хочешь? А, ты не знаешь, как тебя зовут? Я понял. Так давай придумаем тебе имя. Например, одноногий пират. Как тебе? Нет? Ну, давай тогда курья лапка. И это нет. Циклоп. Сторож. Одноножка.
Ой, слушай, может ты Саня? Что, да? Саня. Саня стоит тут, наблюдает. Ну ладно, будешь Саней. А ты прикольный аппарат. Хоть пообщаться можно. Слушай, а что еще умеешь, кроме как головой кивать? Ух ты, футбол можешь показывать. Капец, круто. Хороший матч. А игры у тебя есть? Ух ты, Бравл Старс. Мой кожаный в нее играет. Так, но это все не то. О, а погоду можешь показать? Так-так. Да, холодновато уже. На улице долго не погуляешь. Слушай, да с такими способностями мы далеко пойдем. Ну-ка, покажи, где тут ближайшее отделение почты. Мне бы до него добраться. 24 минуты пешком? А в пылесосных милях это сколько? Минут 40, наверное. Ну ничего, протяну. Так, а сколько стоит меня какой-то посылочкой на Китай отправить? Хотя бы до границы. $300? Ого! Да мне не нужно по-богатому, я чисто в каком-то пакете могу. Могу на верхней полке боковой ехать. Все равно 300. Эх, таких денег у меня нету. Что говоришь? Не понял, что это за фотку показываешь? И чё? Может, спрятаться предлагаешь? Да ну, я там не пролезу. А, там деньги? Можно взять, и ты меня не сдашь? О, ой, спасибо. Я забрал заначку. Так, ну, осталось найти еще 200. Ты не в курсе, где еще есть? Нет? А если и честно? А что ты глаза отводишь? Ты же видишь, я на побег коплю. Это дело благородное, полезное. Что говоришь? За кроватью? Я погнал. Фу, там только мертвые пауки. А, нет, таки нашел. Ура! Может, еще соточка где-то есть? Санек, вспоминай, где могут быть деньги. Под ковриком? Сейчас проверим. А ну-ка, иди сюда, коврик. Ты смотри на него, какой хитрый. Тут пришлось повозиться. Пара минут борьбы в партере, и победа моя. Теперь мне точно хватит на билет. Спасибо, Санек, ты настоящий друг. Теперь поеду с дверью, разберусь и на свободу. Но Саня пикнул мне в ответ. Ну чего еще? Me too. Что me too? А, ты тоже хочешь? Ну, Санек, многие хотят. Ну как ты поедешь? У тебя ж лапки. То есть лапка. А она не ходит. Что ты на меня киваешь? Да, у меня колесики. Я могу себе такое позволить. Что ты мне хочешь показать? А, хочешь, чтобы я отвез? Ну не, ну как я это сделаю? Ну, что опять за схемы? А, ты хочешь, чтобы я тебя на спине вытащил? Не, ну это тяжело. Что это снова за фотка? Стрелка у плинтуса. Стоп, кажись, я понял. Поехал проверить. Итак, еще соточка. Ах ты жук, ах ты жук. Хотел припрятать одну сотню. Ладно, походу поедем бизнес-классом. Ну, Санек, уговорил. Но для начала мне нужно вскрыть дверь. Я поехал вскрывать калитку. Итак, мадам Швабра, я снова к вам. Ну-ка, давайте подсобите мне немножко. А что вы выделываетесь? Я же вам не пошлости какие-то предлагаю. Просто помогите открыть дверь. У вас одной тут подходящая фигура. И комплимент мне помог. Я, наконец, приподнял швабру. Так-с, теперь давайте аккуратно двигайтесь в сторону ручки, а я вам помогу. И раз, и два, и... Ой, куда же вы? Шлепнулась об землю. Жива хоть? Ой, извините, давайте еще разок. И раза с третьего мы таки попали на нужную позицию. И давайте последний рывок. Ура! Дверь вскрылась. Все, мы в шаге от свободы. Я поехал за своим дружком. Эй, дверь вскрыта. Путь свободен. Но для транспортировки тебе нужно спуститься. А как это сделать, я даже не знаю. Давай попробуем по классике. Создаем вибрацию. Ты тоже пытайся. Теперь твоя задача удачно упасть мне на посадочную площадку. Что, не веришь в эту затею? Давай, не бойся, и не такое делали. Давай, это будет первая роботодесантная операция. Ну, да не убьешься ты, все нормально будет. Погнали. И раз. Давай сильнее. И два. Еще сильнее. И три. Есть! Ты красавчик! Удержался? Ай, молодец! Давай теперь попробуем ехать. Только пристегнись там. Погнали. Ой, что ж ты так шатаешься? Не падать. Слушай, а мы таким составом теперь многое можем. Мы даже выглядим устрашающе. Значит так, запоминай, что нужно сказать на почте. Мы в посылочку на Китай.
Если спросят имя, назовем имя моего кожаного. Пусть на него потом всех собак повесят. Ведем себя непринужденно. Давай порепетируем. Вот приехали мы на почту. Что ты на экране покажешь? Вот, молодец. А если придут нас арестовывать? Отлично. Все, погнали. Мы перебрались через порог и поехали в светлое будущее. Вот только это в наших мечтах. А на деле Санек ни хрена не умеет десантироваться. И во время прыжка он упал вообще мимо и лицом вниз. Как старый металлолом. Пока я пытался его реанимировать, на шум пришел кожаный. Он поднял Санька, поставил на место. Санек ожил. Фух. Потом поднял меня. Заметил деньги. Блин, положи обратно. Он отобрал все денежки. Собака. На лице Санька висела грусть. А я что, виноват, что ты прыгать не умеешь? Кожаный потащил меня прочь. Прощай, Санек. Кто знает, может, еще свидимся. Вот такая история произошла со мной, дорогие зрители. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, я робот-пылесос. И сегодня меня привезли убирать очередное помещение. Хоть бы раз привезли на какой-то курорт. Постоянно на уборку. Или в театр меня свозить. Или на курсы повышения квалификации. Слышь, Кожаный, ты не даешь мне раскрыть свой потенциал. Но Кожаный не слушал и просто ушел. Вот и хорошо, можно спокойно покататься пару часов в тишине. Я поехал по дому. Так, с чистотой тут проблемы. По углам вообще было грязно, как в моей истории браузера. Фу, ужас какой. На полу валялись всякие крошки, пыль, бумага. Черт, подавился. Ну знал же, что бумажки плохо пережевываются. Отплевался. Так, ну ничего, квартира могла быть и получше, но я и не в таких местах бывал. Опа, а это что такое? Конфетка? Ну-ка попробую. Вкусно. Да это же M&M's. О, еще одна. Ух, сладкая. Ух ты, еще. Ха, да их тут как грибов. А кто это у нас тут спрятался? Да это же гриб-подносочник. Вкусный. Опа, а это у нас целая полянка. Ох, урожайная квартирка. Тут, наверное, живет очень криворукий человек. Либо это волшебная квартира. Мне здесь нравится. Я поехал искать еще конфет. Они лежат прям какой-то тропинкой. Ух ты, там целая пачка. О, сейчас обожрусь до беспамятства. Я напал на конфеты. А что это они лежат прям под какой-то конструкцией? А, наверное, это их прикрыли от дождя. Надо же, какие глупые кожаные. Дождь в квартире не идет. Я жрал конфеты, и только ошметки летели. Но тут погас свет. А-а-а, это что, я ослеп? Нет, я знал, что нельзя переедать. Пылесосный бог, если ты есть, я больше никогда не буду чревоугодничать и материться. Верни мне зрение. А, стоп, меня просто накрыло тазиком. Тьфу ты, битый пиксель мне в экран, я уже чуть не обделался. Я вылез из-под крышки. Сначала было непонятно, что произошло. А потом я увидел вдали смеющегося мелкого кожаного. Ах ты ж ловец пылесосов недоделанный. Он меня заманил конфетами в ловушку. Черт, говорили мне родители, не ведись на конфеты от незнакомцев. Так, ну с этим кожаным нужно разобраться. А ну иди сюда, сопляк. Он начал убегать. Ага, стрёмно. Сейчас я до тебя доберусь. Я пытался найти его по квартире. Как вдруг в меня что-то полетело. Черт, да это же шарики для елки. Я начал делать виражи и уворачиваться. Это снова был мелкий злодей. Он швырялся в меня. Блин, кто создал этого дурика? Срочно установите ему новую прошивку. У него глюки. Я заскочил под кровать. Фух, надо отдышаться. Под кроватью спокойно, тут он меня не достанет. Нужно придумать план, как выкрутиться. Это что еще такое? Меня атаковала швабра. Фу, отошла. Уйди в будку, сказал. Блин, это снова мелкий. Он пытался меня достать из-под кровати. Я огрызался как мог. Но меня спас звонок в дверь. К нему пришел друг. «Ты гляди, у такого дурика еще и друзья есть?» «Лично я с таким не дружил бы». Мелкие о чем-то говорили. Первый показывал второму на меня и подозрительно улыбался. Вот только меня там уже не было. Потому что я был уже рядом. И грыз мелкого за ногу. «Получай!» «Ахиллес помер от удара в пятку, вот и тебя ждет его участь!» Я почти смог погрызть носок. Мелкие удивленно на меня посмотрели. А я быстро ретировался и был уже вне зоны их досягаемости. Потом мелкие что-то бурно обсуждали. А второй школьник ел чипсы и вел себя как натуральная свинья. Потому что чипсы падали по всей квартире. Меня аж коробило. Я тут вообще-то пылесошу, быдло ты необразованное. Я убрал крошки. Школьник на меня посмотрел. Съел еще одну чипсинку, снова половина посыпалась на землю. Я снова убрал.
Школьник заинтересованно на меня посмотрел. Не, ну точно тупой. Я пылесос. Я убираю мусор, чтобы было чисто. Чё, не видел никогда? Дальше школьник уже специально бросил на землю чипсину и смотрел, что же будет. А что будет? Я поеду и уберу ее. Фу, еще и с беконом, не люблю их. Школьник улыбнулся и предложил другу провести испытание. Как много и какого мусора я смогу убрать? Не, ну реально тупые. Я вам что, прикол какой-то? Мелкие уже вооружились пачкой чая и планировали, как лучше его рассыпать. Второй школьник уже достал секундомер. Алло, школота, я вам сейчас вломлю. Только попробуйте рассыпать чай. Будете у меня его до вечера собирать, руками. Мелкие, походу, не верили в мои слова и продолжали вести дискуссию по поводу моих способностей. Потом даже начали спорить, смогу ли я убрать с пола воду. Я сейчас вас с этой квартиры уберу, это будет проще. Ну точно, придурки, еще только воды мне не хватало. Возможно, эти горе-экспериментаторы хотели сделать что-то еще, но не успели, потому что им позвонил какой-то тип. Они между собой называли его препод. Мелкие тут же начали паниковать. Оказывается, у одного из них должен был быть экзамен на дистанционке. Началась суматоха. О, наконец-то вас немножко привели в чувство. А то смотри, на них докопались до пылесосика. Один мелкий начал бегать в поисках книг, тетрадей и здравого смысла. Ага, задергался. Это тебе за издевательство над пылесосом. Он побежал ставить греться утюг, достал рубашку. Потом схватил книги, начал пытаться что-то быстро выучить. Второй мелкий вооружился мобильником и умостился сзади ноутбука. Пользуясь такой паникой, я решил, что пора валить из этого дурдома. Нужно найти выходы на волю, да и все. Я поехал к двери. Там, конечно же, было закрыто. Черт, кто вообще придумал эти двери и пороги? Жизнь пылесосов была бы куда интереснее без этих дурацких препятствий. Ладно. Но чтобы не кататься просто так, я связал шнурки на обуви. Маленькая месть – тоже месть. Потом я поехал на балкон. Вдруг там есть какой-то выход. Ага, ну тут тоже. Как пелось в одной песне, выхода нет. Вот западня. Я проезжал мимо утюга. Такс, товарищ утюг, зачем вы будете перетруждаться? Еще какие-то рубашки гладить? Я отключил его из розетки. Вот так, отдыхайте. А мелкий и в помятом походит. Такс, а брюки мы отвезем под кровать. Протрем ними пыль заодно. Мелкий прилетел гладить рубашку. Но холодным утюгом это сделать было трудно. Ха-ха, походишь в помятом. Ой, а брюки вообще неизвестно где, да? Ну что ж, придется сидеть в спортивках. Он в некрасивой рубашке и спортивках уселся за комп. Наконец ответил преподу. Препод был злой, потому что ему долго не отвечали. Сразу наругал малого. О, эти крики на школьника просто мед для ушей. Получай по заслугам. Дальше препод выбрал билет и дал мелкому 5 минут на подготовку. Сказал, что будет следить через камеру, чтобы тот не списывал. Мелкий поднял руки и показал, что у него нет никаких шпаргалок или гаджетов. Но сам скрытно подмигнул другу за камерой. А эти жуки хитро придумали. Но и препод был не промах. Он заставил школьника повернуть ноут и показать всю комнату. Второй школьник оперативно залег за диван. «Ты гляди, какие шпионы!» Второй школьник нашел в интернете ответы на нужный билет и начал шепотом диктовать их. Может, препод был глухой, но он не замечал подвоха. «Алло! Тут у вас шпионская сеть под боком, ты что?» Школьники уверенно делали свое дело. Я, конечно, пытался просто пнуть одного, но он поднял ноги. А тот, что сидел за диваном, вообще на меня не хотел реагировать. Ну, заразы. Я стал думать новый план. Поехал размышлять. Опа, скотч. Скотч всегда полезен. Иди сюда. О, картон. Подходит. Кусок какой-то палки? Тоже пригодится. Я поехал мастерить. Через 5 минут у меня уже был готовый указатель. И пока школьники уверенно думали, что переиграли препода, я приехал со стрелкой и спалил весь их хитрый план. Потому что препода заинтересовало, что это за стрелка и куда она показывает. Препод был зол. Школьники были в шоке. Я был доволен. Препод поменял малым билет и заставил теперь двоих сидеть перед камерой, чтобы их было четко видно. Ха-ха, получайте! Малые поняли, что они провалили свой план. Они сели за комп и с очень тупыми лицами смотрели в задание. Интеллектом эти лица явно не блистали. А я был доволен как слон. Уработал я этих мелких как сопляков. Катался туда-сюда, радовался. Но один из мелких решил от нечего делать наступить на меня. Он прижал меня своей ногой. «Ай, пусти!» Он ржал с того, как я не мог выбраться. «Пусти, сказал! Я ж тебе ногу по колено отгрызу! Пусти, гад!» Препод на него накричал и заставил показать, куда это он пялится, нет ли там шпаргалки. Тогда мелкий взял меня в руки и начал показывать преподу. Мало того, он еще и зафигачил целую рекламную кампанию меня. Рассказывал, какой я умный, красивый, как классно убираю. «Стоп, тебе что, кто-то заплатил за интеграцию, а я не в курсе?» Он продолжал еще минут 7. И только потом я понял, что пока один отвлекал препода рассказами обо мне, второй достал откуда-то листок с ответами.
приделал его к ноуту и начал яростно списывать. Когда мелкие поняли, что препода удалось обвести, они меня отпустили. «Ах, вы же аферисты двуногие!» «Нет, я чисто ради науки не дам вам списывать». Я поехал по дому и не знал, как им помешать. Но если не могу ничего сделать физически, то будем давить морально. В ход решил пустить старые добрые оскорбления. Я поехал в ванную. Схватил там туалетную бумагу. Потащил в комнату. При помощи лопастей и неслабого такого таланта я написал на полу многозначительное слово. Ха-ха, это про вас, ребятки. Но малых это не задело. Банально, потому что они не смотрели на надпись. В это время они яростно списывали. Вот блин, даже обозвать их хорошенько нельзя. Но я придумал еще один, более хитрый план. Поехал воплощать. И вот когда малые практически все списали и сказали, что готовы сдавать работу, препод внезапно снова попросил показать всю комнату на наличие шпаргалок. И вот тут их всех ждал маленький сюрприз от меня. Мелкие знатно офигели. А препод почему-то вообще перестал отвечать. Они думали, может, я отрубил роутер. Побежали проверять. Но с интернетом все было окей. А вот в дверь кто-то позвонил. Школьник подумал, что это был мой кожаный, который пришел забрать пылесос после уборки. Пошел открывать. Но он очень удивился, когда увидел на пороге преподавателя. Тот был очень зол. У него даже дергался глаз. Школьники ничего не понимали. Препод сначала указал на то, что они списывали, а потом указал пальцем на мои художества и спросил, что это такое. У мелких были глаза беременной жабы. И отсутствовали какие-либо оправдания. Потому что я мастер спорта по подставам. И я написал на полу, что препод идиот. Учителя такое не устроило. Теперь он заставил мелких сдавать экзамен вживую. Без дистанционки. Тут-то они нифига не спишут. Ха, нечего связываться с пылесосом. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу наша очередная история. Если она вам понравилась, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, а также писать комменты. Всем спасибо, новые видосы от меня уже скоро. Пока!